Добро пожаловать в чат, не забывай. Пошел ты в жопу. Так, всем доброго времени суток, ребят. Доброго времени суток. Будь у вас ночь, утро, день, вечер. Я всех рад вас видеть. Серега ко мне сейчас подключится. Все нормально. Вот. Просто, как говорится, пока пару вопросов туда-сюда. Вот. Здорово, здорово, гриб. Все, ребят, большое вам спасибо, что сегодня... Волнуюсь, представляете, ебать, 3 года не стримил. Или даже 4. Ужас. Прям ужас. Здорово, грибланец. Блин, ребят, очень рад вас всех видеть, правда. Я не знаю, как это назвать, потому что я думал, что меня уже давно все забыли. Ну, я не знаю. Ну, не помнят, по крайней мере. А тут получается так, что связь, как говорится, есть. На помойной игре. Ну, блин, понимаешь, Санечка, игрушка-то, может, помойная, а люди-то в ней какие, блин, золотые нафиг, вы что, обалдели? Вот, спасибо, спасибо вам большое. Личико-то... Да как... Да ты посмотри, смотри, как... Прекрасен, прекрасен как никогда. Как по качеству, как по звуку? Дайте инфу. Эй, ты чё, вот это нихуя себе. Вот это, блядь, я сейчас попался в просак, ладно. Сейчас залетаем обратно. Мне игра сказала, ты слишком долго сидишь не онлайн, иди как кошмарочку сбегай. Чё по звуку, чё по качеству? Пойдет смотреть можно или там что-то подкрутить? Потому что это, в принципе, можно все обустроить. Вот. Серега сейчас... Так, дискордик. Ага, все nice, все chill. Вот. Пам-пам-пам-пам-пам, все вроде обновился. Я ничего не говорю. Зато я говорю. Я говорю, мужичок. Хайт старого. Ребят, блин, да и как... Кого я купил, блин? Во-первых, всем привет, да, еще раз. Блин, ребят, ну посмотрите, какой персонаж нафиг. Ну сам качался, скин мой. Смотрите, все фул практически. Все. О, Серега! Здорово, здорово, здорово. Да, я подключился, имею в виду, смотрю. Блин, надо, короче, звук выключить, надо стрим включить, звук мне выключить хотя бы, чтобы, короче, видеть. Ну-ка, помахай рукой. Помахал. Там задержки не знаю сколько, но помахал. Ну, хотя бы это, наполовину ничего, у тебя там микрофон прям вообще. По поводу, вот, ребят, по поводу вебки, да, вебка еще со времен, как говорится, каких, 12-часовых стримов, поэтому все оно обновится, вот. Сам разочарован тем, что она, как говорится, не есть хорошая, вот. Но по поводу звука, я думаю, что должно быть все чил, по поводу так, картиночки, пойдет, пусть пойдет, как говорится. Нет, для начала прям норм. Для начала. Серега так сказал, как будто я только сейчас запустил стрим свой самый первый. Ребята, здорово. Я имею в виду про вебку. Сука. Еще ярничает. Давай, ты сегодня главный. Ты, короче, сегодня создаешь, я сегодня чилю. Итак, ребят, меня, короче, сегодня нету. Меня на вебках сегодня нету. Я торчу, короче, здесь. Я уже Егору сказал, бля, я в тапочках, я в трусах и в халате. Ну, то есть, хрен вам, а не моя вебка, короче. Вообще меня нету, я сегодня херней страдаю. Короче, ты главный, так что давай, будем веселиться. И сегодня все хотят услышать твое возвращение. Как бы, какие причины, там, еще что-то, короче. В общем, все как положено. Так что давай. Микрофон где? Я тебя не слышу. Я просто... Я просто в ахуе, да, говорит, блядь. Во-первых, донат прилетел. Это еще раз или что? Да, 2 доната подряд. Мужички и дамы. Спасибо. ЕПРСТ 50 рублей. Я просто... Там такой вот заказ загрузка чата, короче, прошла массовая. Дайте немножко мне прям вот это... Как это правильно сказать? Приспособиться, вспомнить вообще, как это, чтобы, знаете, немножко не нервничать. Сейчас я чуть расслаблюсь. Надо бы, наверное, было коньячка 50 грамм взять. Ну, ладно. Во-первых, как это правильно прочитать? Блин, ребята, у вас такие ники пиздаты. Запрещенное вещество на территории Российской Федерации. Вот оно как. Спасибо большое за донат в 50 рублей. Да. Сейк. Спасибо. Спасибо, ребят, вам большое. Я, блин, рад вас видеть и слушаю. Все, я как девочка сейчас расплачусь. Блин, и все, и это ужас.
Та-та-та-та-та, Серега, ты начали на расслаб... Да, Серега говорит, я, говорит, в трусах. Я ему говорю, вебку включать твою? Он говорит, не, сегодня, говорит, я в трусах. Говорит, какая вебка? Я говорю, ладно, все договорились. Редмун, Максончик, здорово, я золотой человек, да. Редмунчик, блин, как давно, понимаешь, что тут чат же есть, не только на Ютубе, еще вон в этом, в Ютубчике, в Музварчике. Здорово, здорово. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, Славик зашел. Славян, здорово. Карась, hello, my friend. You touch me. Touch me. Эпик шоу, Егор, смотри, зашел. Ну, Гар, да, с Гаром мы общаемся. Ты посмотри, где он сидит, нафиг. Ты посмотри, какой он в группе топовый. Это вот Гарник, да, это вот он. Это вот девочка он стал. Оно нахуй, я не поверю, что у него, он никогда свой ник никому не отдаст. А он и не отдал его. Там же аккаунт забанен, и все, и он его вернуть не может. А вернуть-то я знаю, что он его не может. Там такая ржака была. Да? Я тут, короче, я увидел чувака, он временно, короче, сидел на каком-то АКе и переименовал, короче, АК в Эпик Шоу, там, со звездочкой, понял, Бля, я на него прямо, короче, на этом, на кошме на него наехал, типа, ты какого хуя, типа, ник, короче, чувака забираешь? Да-да-да, типа, вот этот вот, я понял, не, прям, я реально на него наехал, говорю, что, охерел, блядь, или что, или понял, типа, подмазываешься, типа, под чувака, там, понял, там... Он говорит, он мне потом раз Гарник в личку в ВК пишет, это я, не пизди. Ребят, по поводу музычки. Музычка сегодня, типа, без доната, потому что я хочу все-таки красиво... Ой, без доната, как правильно сказать? Донат присутствует, но без музла, поняли? То есть вы кидаете ссылочку, и там типа должен быть музончик. Я это не стал пока делать, думаю, пока пусть пока будет так, потому что я потом вообще запутаюсь. Вот, если, то есть я не обижусь, если, ну, пишите в чат, пишите, блин, сами, можете в чат сами писать это, текст песни, поэтому я не обижусь. Вот, по поводу, давайте... О, еще прилетел. Спасибо, ребят, блин, это же обновлять надо, да? Я вообще забыл. Ой-ой-ой. Грибной король вернулся. Грибной король вернулся. Аноним, блин. Спасибо большое. Ну... Ты подключаешь? Все. Просто выключи музыку, что можно включать, чтобы просто люди... А как? Привет доброму старому. А там, короче, когда ты заходишь, там есть такая функция, типа... Ну, музыка на стриме, по-моему, или что-то типа такого. Или плеер на стриме, сейчас я тебе скажу. То вот есть, это да, что... вот это ты меня сейчас загрузил, мужичок-старичок, а, блин. Размещение медиа, во, размещение медиа называется. Ага. И вот там, короче, вот на размещение медиа, просто убери галочку, тут типа заказывать музыку, и все, и будет пока норм. Вот, кстати, я на тебя... Ага, все, вижу, убрал. Слушай, я, наверное, на тебя сплавлю. Ты знаешь, у меня есть много людей, которые сидят за границей. То есть так. Это украинцы, это молдаване, это, получается, латвийцы, там германцы. Короче, люди, которые через меня закидывали донаты. Я, скорее всего, на тебя их всех сплавлю. Вот те раз. Вот это да, ничего себе. Ладно, я ничего не понял, но я понял суть. Понял, что надо что-то мне будет сделать грязное. Вот. Короче, фигня такая. Они, в общем, тебе донатят, а ты им покупаешь. Понял? Ну, то есть, они тебе, ну, как бы, донатят. А если я неожиданно испарюсь и где-нибудь окажусь в Майами уже? А меня потом найдут? Нет? Ну, ты, блин, что, сразу себе подставляй, сразу с самого начала, короче, себе портить все хорошее. Так, да, сейчас я зачитаю донатики. Ребят, большое спасибо, что... Да, чуть-чуть повыше сделал донат, чтобы, потому что нас так с Серегой, ну, двое тут, много. Вот, во-вторых... Дайте мне сейчас немножко привыкнуть, абстрагироваться, как говорится, от данной делюги. Вот. Я буду зачитывать, ну, без обид. Все на чили, на расслабоне. Если я, не дай боже, забуду про ваш донат, пишите в чат. У меня чат вон, на телефоне, поняли? Второй мониторчик. Поэтому... Большущее, во-первых, большущее спасибо донаторам, ребятам, которые кидают небольшую сумму, вот. Я говорю, минимальную, не минимальную, без разницы. Вы, блин, ну, красавчики. Во-первых... МВ Лайф. Привет доброму старому ютуберу и Сереже. Пламенный привет. Не знаю, вспомнишь меня или нет, но попытка не пытка. Ой, ты, бляха, у меня телефон упал. Мне Максон написал. Ты, блин, верблюд. Картавый, как говорится. Сейчас. Смотрите, по поводу, вот помню, не помню. Ну, кого-то помню. То есть ребята, которые, с которыми я как-то так или иначе поддерживал связь. Там старые ники, допустим, которые остались, я помню. Вот. Бро, ты озвучит... Вот, я читаю, вот, MV Life, вот читаю, отвечаю на вопросик. Поэтому большое тебе спасибо, я даже в камеру буду смотреть, прям как в душу буду смотреть. Вот, а по поводу анонима, не знаю, кто аноним, но, блин, грибной карась, ну, это само собой... Карась? Карась? Король. Грибной король вернулся, ну, блин,
Ребят, ну не будем так серьезно, поэтому все нормально. Все, спасибо вам большое. Да ёпта, да хватит мне писать ВКонтакте, у меня телефон. Сейчас я конструкцию придумаю пиздатенькую. Бляха, а как сделать? Ванька пришел, нифига себе, вот Music Wars Live. Ваня, вот тебя-то я давно не видел вообще. Ты нифига себе тут, откуда ты взялся-то прям? Вова, Вова, на замену доку. О, слушай, я бы с удовольствием на него сплавил. Он жачный чувак, ему как раз нормально. Бля, он до моего возраста, ему долго стримить, музвар. Так сказал, как будто тебе лет под 50 сейчас где-то. Бля. Берзавцев помнишь? О, кстати. Ты слышишь? Да. Берзавцев помнишь, что спрашивает он у тебя? Эпик, короче, спрашивает. Винстон пришел. Помню, разумеется. Вон, вон мерзавец в моей группе, лидер группы. Понимаете, лидер, блин, сменился. Киллер с гангов, поэтому... Поэтому да. Так. Давай, дам пару слов Сереге, а то я, наверное, разболтался, что-то нервничаю, да, переживаю давай, до сих пор. Давай. Поэтому... Давай. А, да, какую? Какую, давай, скажи, я создам. Давай на свалку. Там, короче, чувак свалку создал, давай его подрежем. Подрежем? Вот это мы крысы. У нас сейчас 40 человек, бля, да мы сейчас махом соберем. Ой, Вайтпул. Кстати, за 3 минуты собирали экспо, понял, это рекорд был. Вайтпул. Хвостик на создавал, короче, ну... У нас прямо персом заходил, прям все. И буквально, говорю, за 3 минуты мы собрали. Мы полностью пусто за 3 минуты. Вот интересно, мы чувака обгоним? Я не знаю. Во-первых, смотри, вот ты меня спрашивал по поводу ютуберов и так далее, по музвару. Я тебе сказал, конечно, что я не помню, но на днях наткнулся на такого чувачка, как Вайтпул. И знаешь, что вот он тоже, это, шестерочка. Знаешь, что он тоже вот такой. Любит поделюганить, пооткрывать подарочки и это, музварчик поснимать. Короче, во-первых, во-вторых... Жадность сколько? 25, да? Можно? Нет, нельзя. 25 жадность? А тебе зачем жадность? Я буду звезду лапать. В жопу, нет, на. Вставь ложку там. Народ слабый. Ты что, с ума сошел? Не надо кошму, не надо кошму. Так, режим равновесия. Все, да? Уровень 6, 30. Байт надо. Ну, давай 5 поставлю. Ну, или какой? Байт 3 поставь, допустим. Поставил. Только для моей группы. Да, все, только для моей группы. Погнали. Все, стримец, ёптить, стримец. О, что это за хуета? Ладно. Все, полетели, создал. А кого? А на... Давай на сузике, так, чтобы не руинить ребятам. Я создал, ребята, ребяточки, блин, залетайте. О, а как же расставлять? Вот это, блядь, поворот. А я знаю, а я не знаю. Я тут на днях это... Шума пошел, кошмарку создал. Блин, сложку создали, там на кошмарку мы сейчас сольем и хуй. А! Просто нету, блядь. А не кошмар, надо было сложку создать? Конечно, сложку, блин, с ума сошел. Мы сейчас на кошме с тобой сольем вместе с этими. Там, вот, допустим, наши ребята, кто есть, Серега, он, видишь, Димка, подключились к нам, да? Хвостик, блин, у нас командиров-то нету, блядь. Мы сейчас просто-напросто потихонечку, втихую где-нибудь сольем, блядь, посередине. Я вообще буду в жоке. А что надо было? Ну давайте, давай, ладно, я, как говорится, а билет спишется? Нет, он тебе вернется сейчас сразу же обратно. А если я распущу, да? Да, только вот карту тебе раз. А то мы сейчас наберем, говорю, народ, мы сейчас наберем. А, карты потеряли. А мне Серега говорит, давай, говорит, создавай. А я спрашиваю, типа, ну, а мы прям сразу так, это, свалочку пойдем, кошмарка. Думаю, а мы, ну, сможем пройти? Серега говорит, давай, говорит, нормально. Сложки не будет, сейчас все будет. Сейчас и стример пьяный, немножко напоролся. Вот, блядь, а как распустить? А где тыкнуть? А, нашел. Вот. Верхний крестик, Alt+F4, блядь. Вот это... В настройках распустить отряд. Ребят, извините, я говорю, я настолько, видимо, давно не играл. Ну, камон. Все создал, все готово, все сделал. Погнали, я готов. Надо штаны подправить, а то вываливается кое-что из штанов. Сейчас я приду, блядь. Вот это я в натуре олень. Ой, Максимус, вот это я красавец, блядь, вот это я молодец. Вот это я красиво сделал почти. Так, короче, так, я на сборе. Так. Иди есть, я кушаюсь чуть-чуть немножко. Спасибо, хорошая настройка. Бля, рассмешил прям реально, я хоть поржал, блядь. Да, Серег, ладно б я там шутку, может, какую-то сказал, а я-то, ну, понимаешь, я даже не прикидывался, ну, ти...
Ой, ой-ой-ой. Спасибо, ребят, за донат, блин, большое вам спасибо. А, я... Пул говорит, не надо, это я пьяный, блин. Подожди, какие штаны, ёптать. Давай-ка отвечу на сообщение платное. Пул, спасибо тебе большое, еще за 50, блин. Ребята, я говорю, я, ну, наверное, мне не выразить такую какую-то благодарность вам за то, что вы ко мне сегодня пришли, за то, что помните. А пьяный, ну, будем вместе с тобой, значит, пьяные договорились, ладно. А, третий байт, а, все нормально, да. А по поводу труселей, кстати, да, раньше я в труселях стримил. Как и сказал, какой-то... Все же так стримят, ну, то есть это же нормальное явление. Я в шортах, я понял, самое смешное, что я понял, я уложил причесочку, я, ну, все сделал красиво. Одеколоном набрызгался, я пахну, ебать, как майская роза, понял? Я даже не понимаю, зачем. Ну, пусть будет. Так, ребятики, бля, я вот не успеваю чатика читать. Вот Террас, какой я топовый, блин, стример? Первого тучу, у него, кстати, ты с ним знаком? С кем? Знаешь, с Максимусом, он же Приднестровский. Который, ну, я знаю только Максимуса оригинального, который такой. Максимус седьмой, который вместе с нами, помнишь, канал вел? Ну, ютубер, такой он. Да, он. Это его же, этот, имею в виду, Перс. Ну, Перс, а там, ну, там, наверное, не он, да? Ну, слушай, я не знаю точно. Если Макс играет, то, блядь, это вообще просто жесть. Он еще тогда в органах работал, короче, там. Там такой чувак прям. Не, мы с ним раньше хорошо общались, да. Было время. Я его в Приднестровье пиццу отправил. Да, Тури? Я донаты не люблю сильно, но я, короче, ну, как бы, так это... Я говорю, классно, Макс, все нормально. Говорит, этот. Я говорю, ты мне адрес сбрось, все сбрось, я говорю, тебе с этого. И там реально, короче, нашел пиццерию и отправил ему пиццу. Там, ну, она дешево стоила, там, фигня, короче. Перекинул, короче, деньги в пиццерию, и ему пиццу прям там притаранили. Ну, прикольно. Просто идея, как бы, ну, деньги это фигня, а вот, блядь, пицца. Ну, это да, что-то необычное, да. Да. Так. Кажется, сам забросил. Тут даже не играет. Ребят, я сейчас вкратце попробую объяснить. Я думаю, что мы сейчас в космос бегаем, потом, может, что-нибудь какой-то лайф-режим, что-нибудь такое перейдем, посмотрим. Посмотрим, сначала чуть поиграемся. Посмотрим, что вообще в игре происходит за последние, как говорится, 5 лет. Я посмотрю. Вот. А по поводу моего возвращения. Можно ли... Как, знаете, есть... Теоретический мой сериал, а есть практический. Вот вроде бы на бумаге, да, вернулся. То есть персонаж есть, мой, все, я играю, качаю. А по факту, конечно, ну, сложно это назвать каким-то таким возвращением, потому что я, в принципе-то, никуда не уходил. И разве что из Музвара, да. Вот, я веду второй канал, который сейчас для меня является основным. Вы, вот, получается, где вот стримец написано, вверху, получается, где-то, ну, сверху так, да, там такая, это, смс-очка, да, проплывает, как говорится, мол, основной канал, типа, ссылка в описании. В описании ниже под стримом есть основной мой канал. Я не знаю, зайдет вам кому-то... И меня перебил донат, но... Я зачитаю сначала донат, а потом скажу грязюку. Меньше, чем три? Ёптить, это сердечко как... Мне понял, мне Вайтпул опять сердечко отправил, и мне этот козел, вот этот мужской голос, говорит, меньше, чем три. Вот это он в натуре осел. Но в любом случае, Вайтпул, скажи мне, как тебя зовут? Я не хочу вот по никам общаться. Давайте, я стараюсь имена запоминать. Скажи, как тебя зовут? Даже в чате можешь написать, в сообщениях, то есть не обязательно донатом. Как тебя зовут? И мы будем с тобой друзьями. Однозначно. Вот, поэтому такие вот истории. Здорово, Гриб, ну, блин, родной, ну, тебя я знаю, из миллиона, наверное, узнаю, поэтому здравствуй. Спасибо большое, что заглянул, я знаю, что у тебя время достаточно позднее уже, спасибо большое, что смотришь, и, как говорится, это приятно, очень приятно. Гриб, мне Ваня Мерзавец говорит, что если, говорит, что с доната заработаешь, говорит, 1% твой. Мои 95, Гарника, ну, Epic Show, говорит, процента 3, и у нас еще один, мы его пиздюком называем, Олежка, на нашей группе, вот, его там что-то тоже, вот, оставшийся процент, а я вот с донатов 1% получаю, я говорю, хрен вам, шиш нафиг, деньги пойдут в благотворительный фонд, жду оценочку, ну, пока вроде там это, я, в принципе, могу оформить, да, пока там вроде альянс, ебать, здравых ребят собирается, вот. А что, кстати, ну, наверное, мы соберем, нет вообще, кошмарку? Ой, кошмарку этот. Да, соберем. Соберем? Да, конечно. Вот только с Кошмой было бы, короче, больше проблем. Ну, и Кошма вроде Санчес, да, водит? Ну, и там все такое, делегой занимается.
конечно, Санчес водит, он качает перса, он там, у него помощник что-то пятый, по-моему, или в десятку сейчас ли он входит у него там. Он жирный, бля, пиздец, как хер знает кто. Я сейчас, сейчас даже можно посмотреть на мехах за все время. Ну, то есть, и, по-моему, Санчес где-то там прям совсем где-то сидит. Не, не в десятке он уже. Не в десятке. Ну, он такой, он жирненький, блядь. У него там что-то дохуища рубинов, что-то звезд. Я думаю, боже, ты посмотри на настоящего донатора. Вон, 8 рубинов, ёптить, месячный план висит. 10 рубинов, блядь, все, ни копейки больше. Сейчас на 14 месте. Я? По мощности музмеха, да, прикидаешь? Я на 14 месте по мощности музмеха? Нет, Санчо. Говорю, я? Серега, да! Вот это да, нихуя себе. Бля, ну пул опять, да? Ну, блин, мужичок, кто я там? Я на ютубе сталкер в МВУ и типа ол в жизни Серега. Я на ютубе сталкер в МВ Уайтпул в жизни Серега. А, ну тогда вообще легко будет заполнить, поэтому... Серега, спасибо тебе большое за твои вложения, получается, как это правильно сказать? Не в мой канал, а в творчество. Да, в наше творчество с вами, ребят, понимаете? Мы же все вместе делаем, поэтому... Вот, он говорит, поэтому пойду тебе закину еще донатик солнца. Блин, мужик, спасибо большое, реально приятно. Но говорю, можешь и не тратиться. То есть ты можешь мне вот, я все равно почту-то читаю, как говорится. Это не вот эти вот 15-е года, когда, блядь, там по 20 сообщений, блядь. Ты, знаешь, 20 прочитал, а тебе 10 человек еще говорят, а ты наш не прочитал. И думаешь, вот тебе раз, ебать. А как же так? Вот, так. Давай, смотрите, пока там что-то кто-то собирается, да, ребята, заходите. Вот, мы создали, мужички, ух ты, блядь, не то показал. Создали служечку, вот. Сначала я, конечно, объебался и создал кошму, но с кем не бывает. Я думал, мы такие ребята боевые, а мы караси. Но не суть. Не суть, очень красиво. По поводу, давай вот так вот. Ну, сначала со Славки начнем. Ну, цензурит, ну, это ты посмотри вообще. Смотри, Серег, одной левой. Посмотри на мои статы, 3800, да, вот ловко, 2, ты посмотри на меня, смотри, Серега, говорю, господи, Славик, опа, ебать, а как, вот тебе раз, блядь, а я хотел, поняли, скипнуть и типа показать, что я его выиграл, ну, вот, блядь, вот, блядь, ладно, ну, о, ёптить, победил, ринг, видишь, сейчас пойду снесу кому-нибудь калитку, ладно, это потом, ринги, какие ринги, все это не надо нам, так, последний процент будет моим, ну, понял. Максоном я отжал последние, блядь, 5 рублей, блядь, мои с доната. Так что я забросил, но грибла не куб... Давай. Какой ник, мужичок? Егорочка, я мой Витальчика. Хвостя. Хвостя, сейчас отвечу. Сейчас отвечу. Опять меньше, чем 3. Блин, ну вот это меньше, чем 3, это вообще, это уже, блядь, это уже никуда не лезет. Сердце, диктор, ёптать, это сердце. Какое меньше, чем 3? Спасибо, пул большой, реально, Серёг. Бляха, что тебе вот подарить? Я обычно, понимаешь, вот, ну, мне приятно, когда люди донатят, я хочу их чем-то удивить. Блядь, сейчас что-нибудь найду у себя здесь? У меня... Нет, это дешевка. Сейчас что-нибудь найду у себя на столе. О, ебаться, вот она! Лежит у меня, посмотри-ка. Сейчас Квостя отвечу. Пару секунд, буквально. Все помню, все знаю. Вот, ёптись, вот эта милашка. Это, наверное, не Стич? Или... Ну, это Стич, но с девочкой, да? По-моему, вот игрушка у меня такая стоит. Это поняли? Это я выбил в автомате вот в этом, который, знаешь, 10 рублей так... И все, и хуй сосешь. Понял? Серега просто щерится там где-то на заднем плане. Вот, но вытащил игрушку, и она у меня теперь вот стоит вот здесь. Это теперь... Это твоя пул. Ой. Вот так вот. По поводу Витали. Хвостя, я думаю, смотри, если ты его помнишь, то вот на основном канале, который я веду, получается, вот где ссылочка в описании, мы записываем с ним там видосы. Поэтому я думаю, тебе, ну, зайдет. Однозначно зайдет. Поэтому можешь перейти после стрима, либо даже сейчас посмотреть, так немножко подилюганить чуть-чуть. И вот такая вот история. Так. Так, смотрим. Смотрим аккуратно, что у нас Руха зашел. Вот он. Вот он, карп. А что? Мужичок. Ганс, ну-ка. О, кстати, объясни, там тебя это шершило догоняет. Куда выгоняет? Догоняет. Да вон, смотри. Вон, в чате. Кто, говорит, вернулся? Типа пишет, у меня, говорит, глюки. Как мило. Да как будто, вот знаешь, как будто куда-то пропадал совсем, блядь. Исчезал на 700 тысяч лет.
А шершуля, правильно, да, будет? Шершула. Ёпта, ну вот, смотрите, вот Killer Box, да, вот ты прочитал раз и сразу понял. Мне просто не хочется обижать, ребят. Вот у вас такие пиздатые ники. Шершу. Как? Ух ты, блядь, кто-то. Шуля, да. Шершуля, все, все, nice, все чил. Спасибо, Серег. Кто вернулся, у меня глюки, привет. Спасибо большое, что зашел. Да, вроде как я, смотри, не запись, ебать, реально не запись. Вот. Щупай себя за жопу и, как говорится, все нормально. Там еще даты надплетел? Ебать, вот это... Пул, мужичок. Блин, да как мне... Да... Серега, ну... Я не знаю, Серега — это самое... Одно из лучших имен, я не знаю. В России точно. Не знаю, как насчет всего мира, но в России однозначно. Спасибо большое, Серега, тебе за твои пожертвования. Реально. Я вот... это все... Я не знаю, как это работает. Не знаю, правда. Но когда вот говоришь людям не донатить, но не потому, что ты... Как-то, знаешь, вот выгоду какую-то хочешь получить. А, ну просто, потому что я и так все читаю. То есть это же не обязательно. Ты можешь раз закинуть, да, все, окей. Я такой, все, большое спасибо, все, ты числишься, как говорится. А тут люди начинают еще больше, больше, больше закинуть. Думаешь, вот это да, блин. И мне неловко уже становится, понимаете? Мне, ну, реально неловко. Потому что, блин, я считаю, эти деньги у другого человека отбираю. Но спасибо. Но прям вот, бляха. Вот игрушка теперь твоя. И только я договорил, да? Ой, Щербин. Купи себе шевуху. О, Вольтик пришел, Старикс пришел. Ё... Нифига вас. Вы что не заходите вообще? Мы без вас, вот смотри, собрали, короче, свалку. Я вообще не понял юмора. Где вы, народ? Вон, чьи трусы пришел. Подари мне. Офигел, блин. А еще. Где ты? Я не понял, ты что без нас? Вытащил, значит, он 25-й, имею в виду этот. 25-й УЗИ. Офигел. Продай, знаешь, так говорит, продай людям. Не жадничай. Как вот с вами, ребята, разговаривать? Я только сказал про донат, что, ну, не нужно, блин, ну, и у меня просто два доната, вот так вот сразу, блин, большое вам спасибо, спасибо. Во-первых, аноним, купи себе шаву. Вот что вам скажу, вот по секрету, все, кто меня давно-давно знают, ребята... Шушуля, О, привет, Крит привет, привет, вернулся. привет. Сохрани стрим. Посмотрю Богдан фото, пришел, Богдан, здорово. 16, здорово, ребят, всем сейчас привет. сидит. Зацепляйтесь, пока мы Нету на свалке. времени. Давай, надо, короче, срочно мне сделать медальку. Мне просто лень стрим увести. А тут, короче, добрый человек сказал, а давай я. Я сказал, а давай. А я не буду ничего делать. Поэтому буду спокойненько тут отдыхать, короче. Ахахах, меня док не оценит, так что в Бля, октябре как я что-нибудь, как тебя, что... я тебя тоже люблю. Короче, давай, все, хватит, я не могу, я стесняюсь, мне даже сказать, во-первых, Артурчик, я знаю, как ты трепетно относишься вообще к моему творчеству, да, ты человек, который один из тех, кто заставил меня все-таки вернуться в эту делюгу, и, как говорится, че, подарите денег Модеру? Спасибо большое, Артур, тебе за твои вложения, блин. Стрим обязательно сохранится, да. Все посмотришь, все будет хорошо. Вот, поэтому не переживай. Спасибо тебе большое за... Блин, это пиздец. Это... А как? А как вот... А как какать? И меня тут, понял, Серег, у меня тут донаты прилетают, я уже забыл даже, что экспу веду, ебать. Я вообще, я не успеваю. Я говорю, я настолько... Егор, ты все нормально, что ты нервничаешь? Я не нервничаю, мне, понимаешь, мне... Ну, сразу, понял, когда, знаешь, когда ты постепенно начинаешь стримить, у тебя как-то ты вливаешься, а тут, ебать, на, сразу, и тут отсюда звук, тут ты, я думаю, блядь, надо же как-то и Сереге что-то дать слово сказать, а то я болтаю, болтаю, болтаю. Я пришел вообще-то херню страдать. Да? Ну, прям отдыхать, прям вот максимально отдыхать. Имею в виду, я пришел смотреть, имею в виду, отвечать, короче, на чатик, если будут какие-то вопросы. Все, задавать. Хорошо, короче, ты моя поддержка и опора сегодня, я понял. Послушать, зачем вернулся, с какими, короче, этими, какие планы у тебя на будущее, что, короче, будешь в дальнейшем делать, то есть есть вопросы же, как бы, ну и не только, считай, мои подписчики, которые к тебе пришли, да, они будут с тобой играться, но и твои подписчики, которые к тебе пришли, они тоже хотят знать это, ну то есть. Да, бы, я сегодня, да. Тоже не писал, блядь, уже тоже сколько, сейчас последнее, год, наверное, на последнее сообщение, да? Да. Когда это был? 19-е, 17-е, да? По-моему, сейчас скажу точно. А, не, чуть-чуть меньше. 21-й год.
Два года назад, Егор, ты выходил, блядь, на связь, когда ты говорил, ну, я, наверное, начну опять на Ютубе работать. Типа, да, там. Да, да. Ну, блин, Серег, да, есть у меня такая извилина, как говорится, лишняя в голове. Ну, то есть это последний раз, блин, так, ну, я не знаю, у тебя, походу, периодически такое, знаешь... А я здесь, а меня нет. Значит, кстати, да, я хоть укушался, блин. Я сейчас пойду, тут неукушенный. Это прям будет не очень приятно. Ну, вроде с плюсом все нормально. Так, байт меня попросили опустить. Давай, давай, мужичок, залетай. Давай, я готов. Давай, залетай, я снизил, ебать. Так, по поводу донатов, ребят, большущее вам спасибо. Сереге Пулу большое спасибо. Аноним, я так понимаю, это, наверное, один человек, да, который, потому что он сегодня уже что-то... Донатил, да? Вот, анониму большущее спасибо, ребят. Щербину, блин, это модератор мой, нафиг, он даже оплатил как... Две шавы, да. Блять, вот, ёпта, как кто... Ох, как тут лидерку передать? Как передать лидерку? Как передать лидерку, я не понимаю. Я пытаюсь договорить... Я... Понял, Серег? Я начинаю что-то говорить про донат, вот только что-то сказал, все, пиздец. Сразу опять меня перебивают, мне донатит еще, и я, ну, не успеваю. Баралгин, да? Да, Баралгин, на две шавы, ребят, большущее вам спасибо. Мне кванта ставить? Ёпта, а куда кванты ставить? Ты мне говори, давай. Слушай, что со студией, братан? У тебя, блядь, студию тебе дали или нет? Как? Блин, я так долго жду, что ему дадут студию. Блин. Надо посмотреть, кстати. Ну, по-моему, ему не дали солнышко. Студию. Будем бодаться. Блин. Блять. Мужички, большое вам спасибо. Сейчас, давайте я разберусь тут по поводу... Сейчас. Сейчас все будет. Сейчас, не переживайте. На месте. Я на месте, да, мужичок. Я тут тоже. Так. Кого кикать? Кто и кто... Так. Вот, бляха, а. Так, я ладно. Ребят, я бы взял всех, но... Спит. Кто? Нахер. Кто спит? Кого кикать? Давай, говори, сейчас кикну. А, все, кто спит. Еба, сейчас, Максонечка, зашкибареты. Вот так его. Смотри, у тебя титан в жопе находится. Перекинь его в кидок. Ага, вижу, да? Вижу, поставил. Имею в виду, чуть-чуть выше Кузи у тебя. Да-да-да, он. Так. Сортируй, короче. Держи, сортируй. Холоп, ёптать, вот холоп я услышал. Ребята, ща, по поводу донатов. Да, бля. Это пиздец. Дайте сказать слово, пожалуйста. Ну дайте, ну пожалуйста. I'm Sun. Здравствуй. Лорди БДСМ, держи холоп. Ах ты, крыса, я так и знал, что только ты меня оскорбить так можешь грязно. Олежка, блин. Спасибо, спасибо большое. Понял? Он сейчас, смотри, на сотку мне задонатил и говорит, после стрима мне скажет, типа, мол, давай-ка, ебать, возвращай, ебать. Это для контента было. Я зуб даю. Так, давайте, я сейчас очень нервничаю и могу кого-то кикнуть. Если что, можно титом, умею, он нулевой. Вот, бляха. Короче, давай, Серег, сделаем так. Хорошего стрима, ждем Виталия посиделки в Валоранте. Хвостя, договорились. Ну не, это пиздец. Валик будет. Хвостя, валик будет. 3. Меньше, чем 3, это пул был, да? Серег, спасибо. Меньше, чем 3. Да ёпта. Живчик. От твоих карасей. Суфаку. О, возьми суфаку. Это где? Это кто? Суфаку. Блин. Я просто... А, не, вижу. Я просто... Ага, вижу. Все, договорились, вижу. Так, нам надо рух, да? Кого кикать? Серег, бляха, давай ответственность на тебя, если я кого-то кикаю. Мы и так пройдем. Там да? Главное, чтобы... Да, надо, чтобы было 6 титанов, имею в виду. Остальные вообще созиды. Ебать, тебе донатов налетело. Мужички, блядь, спасибо большое. Мужички, дамы, а то я говорю так, мужички, да, у нас же он хвостя, девочка. Какая нахрен она мужичок? Поэтому... Кузька. Вижу, Кузьку вижу, да, так, и что дальше? Ну, смотри, Серег, вроде у всех это, все нормально, нет? Ну, что, имею в виду, у тебя же этих видно, нормально. Редмон спит, офигел. Понял, ты что не жмешь? Кнопка готов находится, где? Блин, где этот? Он тут в чате ими сидит. Ред, офигел. Ну-ка, кнопку готов нажал. Не, все нормально, короче, титанов выставил. Нам одного титана не хватает только. Угу.
А кого вот заменить? Не хочу никого обижать. Вон внизу, внизу есть титан. Снизу вытащи титана чуть наверх. Поставь их всех вместе шестерых, пусть там тусуются. Как титан? У нас же 5 титанов. Вот 5 титанов, нет? А-а-а, ёпты, Вайтпула уже записал в титана, бля. Вот, блях, вот это я гений. Так, пула, давай, ну, вот тут оставим. И супербой, смотри, у тебя супербой, который возле титана сидит. Его выкини и поставь кого-нибудь титана. Там есть банана, вон поставь. Пусть банан титанит. Он банан хороший, там прям кошмарщик, нормально. Я бы тебе много кинул. Видишь? О, и банана к нам. Блин. Все, короче, посмотри по мощности титанов, выстави вперед титанов, которые... Которые жирненькие, да? Ага. Да, да, пусть они первыми танкуют. Ну, а остальным, короче, как пойдет. 390, 400. Ну, по вот сути, так. Нормальный, короче, состав, можно выходить. А то, что две рухи, похуй? Похуй вообще. Мы вообще без руха ходим. Да? Да. А, вот это, блядь, вот это сейчас, подожди-ка, вот это я сейчас сам сменю. Сейчас, ребят, донаты зачитаю. Ни про кого не забуду. Все. И зачем ты кикнул? Блин, ребята, я его вот, ты говорю, что мне всегда это вот стыдно кого-то кикать. Ну, потому что я бы с удовольствием всех взял. Ну, и особенно тех ребят, которые вот сидят, кстати, на стриме. Так. Там просто донаты уже своей жизнью живут. У меня там третий чат. Ну что, здорово, ебать. Здорово, ебать. Кто там? Всем привет. Так, вот эту хуйнану делаем. Все, бля, как же я давно не стримил. Это какой-то ужас. Какой же ты карась. Саша, не обижайся. Ты был самым слабым. Ты был самым слабым звеном. Ну, прям реально, Саня. Ну, прости. У тебя прям... И всех остальных, кто выше есть, они прям, ну, все выше. Ты прям оказался прям самым слабым. Из всех, короче, из всех слабых, слабых звеньев, Саша. Поэтому, к сожалению, ну, то есть тебя никак мы не могли протащить. Будешь посильнее, ну, в следующий раз приходи на стрим. Пока никак. Все. Ребят, всем привет еще раз. Здорово. Здорово. Итак, вообще поздравьте все. Поздравьте киллера с возвращением. Ну, то есть все. Теперь этот человек будет вас водить на музуаре. Пусть он теперь веселится. Веселится, да. Я тут сижу просто, вот я говорю, Серег, я только начинаю вообще что-то говорить, и меня просто начинают атаковать. У меня Соложка, ебать, ребят, Мармелад. А, вот кто, да, Мармелад, здравствуй. Бля... Да-да-да, вот, спасибо тебе большое за денежку. Что по поводу Сложки? Подожди-ка, бляха, сейчас разберемся. ЛС-чек не либо, ага. Ой, бля, ребята, я Ганс, а, Сода, ага, Сода. Честно, заводи второй монитор. Вот прям вообще по-другому у тебя никак не получится. Это прям 100%. Да. Уже даже третий. Да. Ну, чаты читать вообще нереально. Я с одним монитором вел, я задолбался. Ну, то есть я купил себе хотя бы какой-то меломальский, чтобы на телефоне все это не вычитывать, чтобы проблем не было, короче. А если ты в дальнейшем это... Редмон, нажми готов. Просто. Нажми готов. Ох, ну, пусть будет так, наверное, да? Так, норм? Да, нормально. Так, норм. Нормально. Запускаю? Стартуем? Да. А то... все. Ну, полетели, все. Полетели, ебать. Я готов. Все готовы? Короче, да, у нас Психоделик, Игорюша, Банан у нас, Джевелик, Сейк. Так что у нас 5 хороших титанов, то есть это 100%. С нами, короче, АФКшный Редмун. Вообще просто, он всех поубивает даже в АФК состоянии. Так что все нормально. Тут ничего страшного, короче, нет. Так что гоу. Просто. Просто гоу. И можно, короче, мимоходом спокойно читать чат. Я пока посмотрю, что там есть. Никого не обидел? Все довольны? Все нормально, ребят? Все чил, как говорится? Буду смотреть стрим. Макс, я не понял, а ты где в ночь работаешь? Куда ты в ночь пошел? Заделался сутенером? Виталий, здравствуй, Виталь. Я потом тебе все объясню и все расскажу, мужичок. Все, я запускаю. Полетели, похуй. Все готов. Все готовы, я готов. Запускаю, все, ебать. Поехали, да. Все. Редмон, красава, красава. Кнопку готов нашел. Это прям здорово. Так, отвечаю на донаты. Наконец-то чуть разобрался, чуть подуспокоился. Немножко атмосферу так вот наладили. А у тебя, короче, минута 20. То есть можно спокойно зачитывать. Да, да. Смотрите. Короче, Олежки, петушок ты, блин, любимый мой. Сотку, я знаю, назад попросишь. Ладно, в честь долга засчитаю, хрен с тобой. Спасибо большое тебе. I'm Sun, большое тебе спасибо. Всем трям. Тебе тоже. Тебе тоже, рад тебя, безусловно, видеть.
Вот. По поводу Пупс, ну, Пупс, 1111, ну, а твоих карасей, ну, это моя банда, блин, банда бандюганов, ебать. Спасибо, Пупс, большое, я бы тебе мог закинуть, но не могу, прости. Серег, все нормально, гони заряд, крыс. За что, ебать, за что заряд, вот это нихуя себе, мне чуть не надо, не пиздеть лишнего. Пул, Серега, все нормально, если... Какие-то траблы, пиши, я постараюсь прочитать. Вроде сейчас чуть вот кошму... Ох, кошму, блядь, какой кошму? Сложку запустили, все нормально, расслабимся сейчас. Ну вот, и Мармелад говорит, ну здорово, ебать. Тебе тоже, родной, здорово, блин. Он один, кстати, из первых, кто... кто что он сделал? Кто написал и нашел меня, вот. Ясно, точно крыса. Да за шо, ебать? Да у меня нет звезд, ты посмотри, у меня звезд нету. Все, я стартую, да, Серег? В каком смысле? Не, ну ты дочитал? Ну, да, да, все прочитал, вроде всем чуть-чуть ответил. Ну все, тогда давай, короче, на основной вопрос. Какие планы на канал? Вольтик пишет сразу же, вот, ну прямо сходу. Ну, то есть в чате то, что тебе написали. Да, да, хорошо. Наверное, стримить, если будут какие-то видосы, пиздатенькие, там, что-то открывать кто-то будет, то есть, если будут присылать, я, ну, почему бы нет, тоже закину, все будет, вот, если вам такой контент, так сказать, дилюганский интересен, но стримы будут, по поводу вот когда, что и где, это уже вопросик, но организовать попробуем. Так, что по засадам? Сейчас, я посмотрю засады, тык-тык-тык, ебать, сюда-сюда, завал, ух ты, блядь, а там минка. А ничего страшного, если на минку пойдем, или страшный пиздец? Ты имеешь в виду, в конце, что ли? Да, да. Не, в конце на минку нахуй, в жопу ее. А куда тогда? А вот куда дальше? Наверх, на низ? В каком смысле? Так, смотри. Ну, я думаю, вниз. Я думаю, вниз. Потому что внизу... Вверху надо идти. Полностью поверху. Да? Ну, давай. Я доверюсь Сереге. Я не понял, почему поверху, но доверюсь. Ну смотри, два черепа, там три, два раза, короче, по три черепа, и в конце там есть более-менее такая. Ну, я не знаю, я тут уже все посмотрел, везде больше. Смотри, здесь два черепа, видишь, там два черепа, и там, видишь, по одному, короче, идут в конце. Ага, ну все, давай. Короче, ты сегодня капитан, как говорится, корабля на вот эту вот свалочку. Можно, короче, вниз пойти сейчас на завал. И пойти через бомбоубежище на минку. Ну, то есть ты как и говорил. Ну, давай пойдем поверху. Нормально, зато поговорим еще. Да. А то сейчас экспедиция закончится быстро, и мы не успеем. Да. Так да. Что давай. По планам имею в виду примерно этого. Ну, ты хотя бы это, как бы, ну, на связь как-нибудь там, ВК своим, наверное, всем. Смотрите, давай, смотрите, ребят, связь, ВК, ВК, все осталось тоже. Все осталось тоже. Ну, продолжай лигу. Блин, донатик прилетел. Кто? Редмон. Ну, Максон, блин, какой тем... Ну ладно, разберемся. Сейчас разберемся. Давай красиво все сделаем и разберемся. Все. Ух ты, ёптить. Вот так, хопа. За крепким пойди... Пойди веселее стрим будет идти. У меня нет ничего крепкого. Все выжило, представляете? Ничего нету. Вообще ничего нету. Вот, по поводу, вот, наверное, дополню вопрос именно... Продолжение стрима туда-сюда, как говорится, вся вот эта вот история. Буду продолжать вести свой основной канал. Это, понимаете, ребят, это уже вот, ну, МВ и вот этот канал, он как, ну, что-то, наверное, как это называется, не воспоминания, а вот ностальгические, вот. Потому что, ну, сюда приятно зайти. Очень много ребят мне пишут по поводу того, что они пересмотрели много стримов, много видосов. Ну, это приятно. Вот, поэтому я думаю, этот канал точно никуда не денется. Все записи и все стримы, они останутся здесь, поэтому все нормально. Вот, а по поводу развития какого-то, ну, будут стримы, может, какие-то видосы будут, но это так. Не гарантируют, стримы точно будут, потому что, говорю, соскучился именно по стримам, и это... По общению с вами, правда. Вот я говорю, ну... Кто? Кто такой, кто перебил мою речь? Где сбор? Олежка. Шашлык? Какой сидит пивас? Типа, какой... Киллер, видишь, пишет, покупай, говорит, у доктора канал. И продолжай, говорит, типа. Ему, у него свой канал, у него даже своих два канала, ребят. Ну, да, да. Я тут, мужички, посмотрите, как я стрим хуёво веду, блядь. Даже вот как сложку собрал, ебать, даже не понял, как, ебать. Поэтому все нормально. Я смотрел, когда Фаик в
пеленках еще гамма. Блять, Фаю, да, тоже многие помнят. Фая. Но Фая нет, он прям вот категорически против Музвара, поэтому дохлый номер. Вот. По поводу стримов, и раз уж начал говорить, что на этом канале они будут. Буду и как, может, один стримить, как еще с кем-то. Обязательно со своими ребятами по стриму. То есть вот, где Ваня, мерзавец, он же Эвил Грин, он же Тихон, он же, блядь, мультик. Поэтому с ним обязательно, с Гаром, я его пупсом называю, Эпик Шоу. То есть Олежку, может, тоже, блядь, если он не против будет. Ну, короче, со своими ребятами из группы. То есть контента грязного завезем. Вот, по поводу... Так, у тебя тут спрашивают, Серег, как дела? Помнишь кошмарку почти, где все были... И, разумеется... С соком на заднем плане. Пришел, короче, поржать. Я в свое время был на стримах. Сука, как ржал на стримах, так и ржет, блядь. Сколько лет прошло, все смеется и смеется, да. Ну, хихоньки-хахоньки, блядь. Вот, Оксана пришла. Ксю, здравствуйте. Добрый вечер. Файгер Бландец, да. Ой, мы в свое время, короче, Ксю, этого транса мы долго, короче, троллили. А что? А почему? Что такое? Я как-то это... Я не в курсе, да, я ничего не знаю. Нет, насчет, ну вот реально, насчет нее, него, кто там, не знаю. Вот, я знаю, что мне как-то писал, что, говорит, типа, забросил, там еще что-то. Я говорю, типа, вот туда-сюда, как говорится. Вот, и все. То есть она мне вот написала, он, не знаю, ну буду, наверное, она говорить, вот. А что так все дико угорают вот над ней, там еще что-то, не понимаю. Максимально не понимаю. Знаешь, меньше бы людей обманывало. Ага. Ну, то есть, как бы, ну, не представляло чужие работы за свои. Ну, то есть, можно было бы так. И не гнало бы какую-нибудь хуйню, короче, или пургу, блядь, на других людей. Ну, то есть, возможно, бы относились к человеку получше. Короче, черная это, не атмосфера, как это называется, не черный пиар, а вот, блядь, когда человеки говорят, черный качество, ай, пизду, короче, забыл, как это вот слово пиздатый, хотел выебнуться, что я такой умный, поумнел, ебать, за 5 лет, а, нихуя, такой же дурачок остался. О, вспомнил, ёпти, черная репутация, во, черная репутация у него. Черная репутация, ага. Все, выебнулся, чуть-чуть. Ну что, ну получилось это. Я не понял, а что у нас Титан-то зафыкашился? Ты чё? Офигел, что ли? Уснул. Уснул чуть-чуть. Ну, ничего страшного, бывает такое тоже. Ну, что ж поделаешь. Да. И сдуй его там. По поводу ЛС, ребят, все прочитаю. Вот. Да, сейчас, короче, пойдешь, имею в виду, на это. Ребят, пока, короче, он вернулся у нас, вот вы пока здесь и есть. Вот, смотрите, халявные оценки. Пишите в личку киллербоксу. Сейчас, пока он, короче, вот сидит, у него не сильно важная роль. Ну, то есть он сейчас играет. Я прям, да, прям вот фул. Да, поэтому он спокойно может сейчас оценивать персонажи. Можете узнать все, что вы о нем думаете. Короче, наверное, наоборот, что он о вас все думает. Короче, пишите в личку. Прям все нахуй вот так вот отвечу, говорит, да, там, ты козел, там, ты осел, да, ну вот. Работай, блядь, давай теперь, все, я упал отдыхать, работай, я задолбал. Работаю, Серег, надо просто, говорю, немножко вот привыкнуть, что тут у меня, как говорится, такая история. По поводу вот оценочки, Драгон, блин, не знаю, ну, слабенький, вот, короче, смотри, как буду оценивать, ебать. Если сможешь меня победить, ебать, ну, топ, однозначно топ, ебать, красавец, ебать, железно-бетонно. А если вот, ну, как я об славку разбился, ты его также об меня разобьешься, то вопрос, как говорится, уже по-другому это будет обстоять. Вот, блядь, не успел походить, ну, ладно. По поводу чата. Давайте с самого начала. Давай, мотай, на 9 угу. часов. Да, да, когда перса вот только, как говорится, это приобрел. Давай, назад. Так, ух ты, блядь. Ну, давай уничтожим. Так, опа. О, 300 звезд, ёптить, кому заряд? Мне, ладно. Я так Славку не оценил, ебать. Ну, ты посмотри, вот Славка, он... Кто сейчас топ-1 тридцатка? Цензурят, нет? Топ-1 тридцатых? Да. Ну, вопрос хороший, да, ебать, спизданул сейчас? Ну, я вообще понимаю, что там эти... В солистах или в мехах? Если в мехах, это одно. В солистах Ну, то есть, в солистах сенсорит как был в токсиках, так и есть. Но на мехах я не знаю. По-моему, на мехах на первом не сенсорит стоит. Да. Нихера не сенсорит. Сенсорит на пятом на мехах стоит. Там шути стоит. Я не знаю, в няшках это кто? Чей там, имею в виду, ак? Голубой.
Блин, я даже не представляю, чей это этот. Это, это, скорее всего, этого. Андрюхин бывший, ак. Машкин. Этот, ёптов, Мелани. Да, Мелани, да. Вот, бляха. Скучный ты подъебал, конечно. Ну, блядь, подъебал немножко, что ж поделаешь, блядь. Я-то думал, у меня ребята сильные, блядь, но... Пока рано, согласен. Потом начнем, потом все будет. Хопа, всех хильнул, ебать, вот это я красавец. О, ебать, искра, давай сюда. Так. У тебя, кстати, задержка стрима где-то секунд, наверное, 20. Ну, то есть в среднем где-то так. О, как, ебать. Ну, я старался по минималочке выставлять. Но мне кажется, я что-то, блядь, не то сделал все равно. Так, ну, короче, про Славку в любом случае жир. Однозначно 100% жир, ебать. По-другому не скажем. Вот. У меня еще Старикс, ёптить. Вот как правильно? Старикс, да? Или как? Ты имеешь в виду этот? Ник прочитать, вот как? Какой? Старикс он, да. Все верно, да, то я думал, бля, вот, ну, я разобьюсь, смотри, ебать. Вот сейчас разобьюсь, и все, ебать. Во, ну, видишь, куда, ёптить, я лезу в русский рэп, ебать. Понятное дело, блядь. Ну, жир, однозначно жир, ебать. Да, говорит, я лезу в русский рэп, сука. Цитаты, блядь. Куда я лезу в русский рэп? Ну, мужички, понятное дело, блин. Карась, ебать, что поделаешь? О, Старикс, нихера себе там 5 миллионов. Саня Жиробас, блядь, да, нахуй. Акт Перфект. Вот, кстати, Андрюха, насколько такой тоже нормальный челикс был прям. Вот который вот Perfect One, вот это, да, аккаунт. Андрюха, да, нормально. Да и Маша что-то. Маша тоже хорошо, я имею в виду. И она и общалась адекватно. Ты в курсе, что Лето Сити продала аккаунт свой? Да, кто-то говорил мне. Мужичок, не могу напасть. 9 минут. Да, я знаю, она вроде... подожди, продала основу, которая? Мисс Лето? Да, Мисс Лето. Ёпта. Но у нас не такие чернушные отношения до сих пор, мне кажется. Вот, поэтому... Ну, слушай, это самое, как я голубой, ты же помнишь? Он, кстати, несколько раз возвращался. Как и Метеор, если ты, помнишь. Помню, да, помню. Я свое время, короче, делал их вместе. Они же тогда распались. Ну, то есть это был как раз вот примерно год 21-й, где-то как раз вот, и там, короче, Сергей Бес был, Рачика был и Метеор. Тогда они составляли в одной группе, они все вместе были. И вот тогда очень интересно было. Они тоже в свое время, короче, с администрацией вели, короче, там какую-то траблу, в общем, разговаривали, переписывались и бойкот объявили. Ну, то есть типа такого. Ну, это примерно. Ну, понятно. Я думаю, что Мисс Лето тоже что-то, скорее всего, не то, что задолбало, наверное, а скорее всего, тоже где-то такая же ситуация произошла. Это примерно где-то так. О, как. Вот мы с Никитой сколько не бились с этой администрацией, блядь, нихуя ничего не получилось все равно. Вообще. Нет. Вот, допустим, что, по крайней мере, из веселого. Мы добились, что появилась кнопка «Продать все». Это самое, наверное, классное, что появилось, потому что мы по одной вещи продавали, блядь, в этом лимбе бесконечном, каждую вещь таскали. И когда там появилась кнопка «Продать все», это было прям вообще классно. Дальше. И появился в ангаре кнопочка, в магазине, по-моему, насколько я помню, кнопочка «Поменять» появилась. Ну, то есть, обмен. Что у тебя, допустим, 700 052, короче, счета от Ража. Ну, то есть, и как бы они тебе нахуй в таком количестве не нужны. И, типа, их можно было поменять. Ну, то есть, в то время появилось. Вот эти вот, что одна инициатива, что вторая инициатива, это было от игроков. Вот как, ага. Ну, то есть, по крайней мере, вот это вот, более-менее первое, наверное, и единственное, что, скорее всего, мы прям реально добились. Ну, то есть, тогда нас и поставили. Какие-то результаты все равно есть, слава богу, хотя бы что-то. Это настолько... Да, я согласен, да. Мисс Лето сейчас на другом аке играет. Ой, Старикс, я не знаю, если честно. Я прям с ней, не знаком. Ее, по-моему, насколько я помню, ее Наташа зовут. Ну, то есть, и как бы ее свои называют Тая. Ну, то есть, скорее всего, Наталья, она и есть Наталья, наверное. Да, я выиграю, когда никого-нибудь нет, Ты имеешь в виду по айкам? Так ты, блин... Да. Ребята просят напасть. Я думаю, сейчас покажу, ебать, карася жесткого. Три раза уже напал, ебать, всем всосал. Ёпта, мать, осел. Так, там, ты смотришь, что тебе пишут-то? Там 5-миллионник.
Ну... А, иди, тот же самый мармелад, да, вот смотри. Они еще берут уж русов говно, понял, вот так вот, вот. Ну, то есть, потом, а, давай, нападай, понял, типа, значит, блядь, ну, что это, как не издевательство? Не издевайтесь над человеком, а? Будьте людьми. Да. Обидеть вас, уйдет. А, кстати, да, Лето разве не Вика звали? По-моему, Виктория. Да, я тоже что-то вот сейчас ребята написали. Да, да. Простите, ребят, да. Это я туплю, короче, да. Ага, мармелад с бафом, лох. А, вот он пока только вялого показываешь, да ёпта. Да, ну за что? Классно, мне понравилось. Бля, сегодня ветер, короче, классных фраз. Мне вообще понравилось. Куда, блядь, лезу в русский рэп? Не, ребят, не буду. На вас не... Ну, бля, ну, не, окей. Нападаю просто потому, что вы попросили. Так бы не стал. Ну, типа, бля, ну... Ох, ёптать, а уже напали. А как это так? А когда, на кого я напал? Я на пулу напал. А как, а почему на... А, во, все. Напал просто, чтобы, знаете, чтобы я такой, типа, да, я жирненький такой, типа, на, это, ужратый. Но вы красавчики. Спасибо вам, что дали поверить в себя, как говорится. Что я не самый лох. Так там только Кондей на Носферату. Да ты все равно, блин, да все, не надо. Он мне смайлики эти грозные, как будто он меня сейчас бить будет, блядь, кидает. Не надо, мармелад, успокойся. Не надо. А хотя на меня кто-то уже напал, да? Вы напали, ебать. Напал на тебя. А, Red Moon, ёптить, Максон. Так, вот прими на экспу Вектор, прости, пожалуйста, уже, блин. Если ты здесь на экспе есть, то заебули. Если нет, то, ну, в другой раз. Поэтому не переживай, все, Настя, все чил. Давай два слова моем персе. Мармелад, ну, ёптить, ну, все-таки получается. Первое скажу, что ты жир, а второе скажу, что ты карп, ёптить. Как тебе, нормас? Наш сленговый вот этот вот, разговорная речь. Nobody perfect, ёптить. Видишь, нихуя. Тебя мармелад, он ёбнул наверху прям, бля, в этом. Где? Ну, наверху? Ну, я имею в виду этот. О, типа, ты спрашивал, кто тебя ударил, короче. Так тебя Макс и ударил, блядь, мармелад. А-а-а. Не, все, не знаю. Уже, блядь, меня уже пиздят просто ногами и руками каждый, блядь, я Red поэтому... Moon, кстати, да, еще и Редмун тебя бахнул, да, получается. И тот, и тот. Че, по- фулл вверх дойдем, Серег? Сейчас я перебью. Да, конечно. Иди полностью поверху, даже не напрягайся. Все, похуй. Сори, идем по засадам, ебать. Поднимай самооценку. Ой, фуфел. Фуфел, ты сейчас привет. Послушаешь всех вообще просто на раз-два, короче. Спасибо. Говори, Серег, все. Я говорю, на черепе же с этого, я тоже вышел, видишь, в полубольном состоянии. Вообще, я не понимаю, как я засады вышел на сложки и больной вообще. Вот банан вообще просто, не знаю, где банан всосал, блядь, на полную эту. На завале? На завале, да. 80 на завале. А у меня успех, ебать, а я красавец. Давай, мимо, сука. Не повезло, не фартануло, ептить. Да, пацан, к успеху. Господи, куда я жмал, цветочек аленький. О, донат, ебать. Блин, ребят. Редмон, блин. А меня так и не оценил, крысиный карп. Во, все, давай. Все, давай, все готов. Я крысиный карп, я карась, ептить, вяленый. Ну, токсики однозначно, блин, это... Ну все, это, ну это топ, мужички, бля, вы красавчики, понимаете? Вот как бы, может, игра шлюхенция не была, вот эта вот игрушка, это вот ебаный этот Music Wars, но вы красавчики, реально. Я вот смотрю на вас и такой, типа, бля, ну вы прям жирненькие, прям реально, настолько вот, вы, не знаю, настолько преисполнились, настолько вы такие вот, ну, ребята, увесистые стали, что мне даже, понимаешь, потягаться, ебать. Ладно, я там раньше на шестерке, ебать, в топ там 5 какой-то входил, ебать, показывал силу, а сейчас куда я лезу, ребята? Вы, блин, знаете, блин, сейчас как лещаем. Ах! О! А, хотел сказать, что я ему все снял. Хуй! С маслом. Меня часто шлепаешь на тере. Вот, кстати, насчет этого еще скажу. Если где-то есть ребята, которых я на тере обижаю, я не специально, я просто очень много боев сливаю. Я за последнюю неделю слил 200 боев. И, то есть, ну, постоянно, чтобы больше ват давали, ой, ват, ОВ давали, я постоянно на одних тех же нападаю. Поэтому тысячи извинений. Особенно, когда кого-то я там подрезаю. Ой, у тебя столько расхода, а ты на сложке. Люц, я создал, ёптить, кошмарку. Мне Серега сказал, что я осел глупый, блин. Я создал кошмарку, я думал, сейчас свалочку как... Вы что, с ума сошли? А я-то как пойду, нахуй? Я без байта, без всего, без этих... Погибать, нахуй, на вашей кошмарке, идите в жопу. Пусть нахер сосут Бибу. Вот он один останется, вот потом, пожалуйста, вон Red Moon,
Пусть таскает, короче, его пачками, кругами на эти, на кошмарки. Ребят, он у вас останется. Он у вас будет и так. Он голосовалку запустит. Одна, короче, часть будет за Сложку, другая за Кошму. Кто больше накидает денег, то и пойдете, блядь. Это все. А вот это, вот это, оценочка мерзавца Ивана Грибничка. Бля, Ваня, я не знаю, смотришь ты до сих пор или нет, но пиздюк тебе 100% передаст, это 100%, вот. Бля, ну ты молодец, Вань. Вот реально, сколько бы ты ни играл вот в эту помойную игру, да, но все равно ты, вот смотрю на тебя, да, и ты постоянно всегда стремишься к топу, к какому-то, вот, знаешь, вот такому прям жирненькому, скажем так. Поэтому я считаю, вот на самом деле, как бы там вот кто долго вот не играл, я там Никита, еще кто-то, Горшок, там, да, вот вся эта вот история, Best обязан, ну, хотя бы среди дерева взять вот мерзавец. Хотя бы раз. Человек, ну, тоже живая легенда. Я вот говорю, кто, я больше чем уверен, очень много ребят, которые помнят Эвил Грина. То есть, ну, хотя тех ребят, наверное, уже нету давно в игре, имею в виду. У живых-то есть, все нормально, не переживайте. Вот. Ваня, это вот, ну, прям живая легенда Музвара. Вот человек прям с самого основания, блядь, до сих пор в эту хуятину играет. И сам по себе человек реально крутой. Сколько бы, может, там раз не ругались, там еще что-то, ну, вот, ну, прям вот красавец. Поэтому, опа, бляха. А куда сопельки? Куда, кто мне скажет, кого пиздить будем? Поэтому мерзавец это вот мой фаворит. Пицца заберет. Да, вот я про это не сказал, к сожалению. То, что сейчас очень много дерева там, да. Я понимаю, что Колорд заберут. Вот, блядь, сюда кину. Понимаю, что Колорд, пицца однозначно заберут Best, но Ваня, он просто достоин его, скажем так. Просто за то, что он, блядь, с самого начала сидит и играет в эту помойную, как говорится, историю. Вот, ну давай, мужичок, ебать, силы на равных. Ой! Осилил, ёптить. Вот это я жрабас, блядь. Мне поддались. Он что-то снял, блядь, 100%. Он 100% что-то снял. Вот, ля хорош. Спасибо. Расставил булки, да, типа. Что-то снял. Вот, а задонатил, чтобы оценил Ванечку я. Ну, мой любимый пупс, блин. Гар тоже человек, который постоянно со мной, блин. Как бы вот... За что я люблю своих ребят, которые вот... С которыми я такой долгий путь уже прошел. Это за то, что они всегда рядом. То есть, как бы я, может, там не играл в Music Warsic вот в этот, да, я все равно с ними созванивался, общался, с тем же Фай, да, там, с Гаром, вот. Мы все равно всегда на связи. Поэтому, пупс, большущий тебе спасибо. Я вот люблю вас всем сердцем. И однажды говорю, свою аудиторию, ребят, которые вот сейчас 37 человек сидят, я видел, что там что-то под 40 было, да, но я просто долбоеб, ебать, сори. Я понимаю, что... Не успел многим ответить, но, как вначале я и сказал, я благодарен вам каждому. Я понимаю, что там, может, человек 20 пришло от Сереги, да в любом случае вам большое спасибо, потому что вы до сих пор там сидите или смотрите, или там решили вспомнить обо мне. Спасибо. Ну и также, естественно, ребятам, которые сегодня донатили, вот, и которые будут донатить там, да. То есть, все это складывается в такую картину интересную, что, как бы вам правильнее сказать, я... Понимаю, что я, ну, не зря здесь был. У меня вот очень часто бывает такой диссонанс в голове насчет того, что, блядь, ну, я же снимал Музвар, мне было 14 лет, ебать, я чего-то достиг. И знаешь, да, там не миллионы, не каких-то, блядь, ну, не будем брать деньги, окей, да? Возьмем цифры того, что вот, ну, вроде 3000 подписчиков, но, мужички... 14 лет без там оборудования пиздатого. Да, там был какой-то микрофон поганый, который, мне кажется, я даже, ну, не настроил толком. Ну, вы смотрели все равно. И что хочу... Ладно, смотрели, окей, да? Ну, может, тогда просто смотреть, грубо говоря, там не было или еще что-то. Но вы до сих пор помните, что я есть, что я существую, что... Блядь, вот даже сейчас вы сидите, и вы могли бы спокойно пойти там дотку посмотреть, да, у кого-то топового, как говорится... Или заняться какими-то своими делами. Но вы сидите, смотрите меня. Реально, я человек очень, ну, наверное, добрый. И мне вот всегда это настолько приятно. Мне хочется вот эту эмоцию донести прям. Чтобы человек понял, что я не просто это бля-бля-бля-бля-бля для пиздежа говорю. А прям реально, что я вот так чувствую. Что это правда. Вот. Поэтому, Серег, давай я тебе дам слово. А то я опять вот запизделся. Опять вот сам с собой сижу, разговариваю. Ебать, скорая соседи. Меня вызовут эту скорую помощь. Ну, имею в виду это. Смысл в том, что, как бы,
Изначально-то ты возвращаешься-то сюда. Вот и ты что, кроме Музвара, будешь тут стримить еще дополнительно? Ну, я же понимаю, что у тебя как бы основной канал совершенно другой. И другая там, ну, методика там, да, у тебя все. На этом же у тебя, по сути, это же игровой, вот этот канал же у тебя игровой. Ну, что ты еще будешь играться? Или будешь тоже так же, ну, с ребятами? Может, они решат что-нибудь, что отдельно? Ну, не только Музвар, допустим. Там в понедельник пошел, доту побегал, там, ты не трезвый. Знаю. Ты что, какие игры ты просто играешь пиздишь. С мимоходом? Я хуею. Хотя бы чуть-чуть-то приоткрою завесу тайны. Так, вот сказать, кто ты по профессии, блядь? Ну, смотри, Серег, давай по поводу вот этого аккаунта, да? Я го после фермы НИС. А что там? А, ну, кстати, да, можно после фермы НИС, в принципе. Да, потому что там баллон. Ну, хотя там же свалка. Ну, бля, ладно, похуй на нее. Можно и так. Мне было 12, я начал тебя смотреть, сейчас 20. Блин, ну, мужички, мне же тоже сейчас 21, поэтому... Поэтому да. Вот, по поводу игрового контента. Честно, не обдумывал данный вопрос, потому что... Ну ты же нарезки основные собрался же делать, причем. Ну там, ну я делаю, но стримов на данный момент, наверное, там пока не будет. Ну либо будут, ну не знаю, об этом я, кстати, даже просто не думал еще. Этот канал я хочу посвятить ему в любом случае. Я как-то пробовал, я и стримил здесь там, но все равно это, знаешь, это вот тематика теряется, знаешь, теряется как смысл какой-то, как знаешь, это вот как тебе привести пример какой-нибудь хорошенький. Не знаю, не придумаю сейчас, но в любом случае, мне, ну, пока хочется вот постримить Музварчик, пообщаться с ребятами, потому что я понимаю, что многие хотели от меня этого, интересно им это, и поэтому пока, наверное, так. Игровой будет процветать дальше. То есть игровой, он пусть, вот основной мой канал, да, который в ссылочке. Кто подписался уже, большущее им спасибо, реально. Прям спасибо большое, огромное. Вот, там ссылочка на канал, там фулл развлекательный контент. Чисто игровой, чисто посмотреть, покайфовать. Все, ничего более. Не без напряга, без какого-либо, вот, как говорится, вот этой всей истории. Монтажик, приятный голос, как говорится. Ну, приятного голоса там нет, я еще на старом микрофоне был. Я вот недавно, наверное, месяц назад только этот купил. Поэтому пока там с микрофончиком беда бедой, но скоро все будет. Поэтому не переживайте. Много говоришь. Ну, ребят, ну, бля, мне 5 лет здесь не было. Дайте поговорить чуть-чуть. Хочется же, нет? Ну, прям вот чуть-чуть вот так вот прям расслабиться, рассказать вам, что было за это время, где я был, чем занимаюсь, что произошло, понимаете? Хочется же. Сколько мы знакомы? Чем занимался, да? Рассказывай, где был, чем занимался. Все это время? Ну, конечно. Ну, то есть. Смотрите, на данный момент я уже обучаюсь на третьем курсе, вот, я учусь в университете на информационную безопасность, блядь, санина та еще, ну, вот именно мой уник, потому что я понимаю, что может быть сама профессия пиздатенькая, да, там, в принципе, что-то такое, специальность нормальная, но вот уник у меня санненький, то есть всем похую, какие-то грешник, бля, ребят, извините, не специально. Бляха, ну, давай, окей, все, чтобы не обижать никого, давай, окей, донат, полетел. Так, ты трезвый, жизнь пиздишь, я хуею. Ну, я такое, да, Максон, ну, такое, а что поделаешь? Вам же интересно, наверное, чуть-чуть так вот, где я был, что, чем занимался, поэтому спасибо тебе за донат, большое-большое спасибо. А я пока вот расскажу, что, чем занимаюсь и где учусь. Учусь, вот, на информационного безопасника, но не нравится, понял? Вот есть такая история, когда ты после 11 класса идешь куда-то, но ты не знаешь, куда ты идешь. То есть, ну, просто потому что как по наитию, еще что-то. И вот я отучился 3 года уже, и, ну, как такового интереса, там, еще что-то, его нету вообще. Вот, просто хочется уже, как говорится, быстрее... Как это правильно сказать? Уже хочется доучиться, и все. Съебаться. Съебаться? А куда съебываться, Серег? А что, говорит, все, где батя стоит у меня? Нет, у меня батя в Москве. Я вот без бати, я одна стримлю. А это шарик, ёптить. Это шарик, блядь, сейчас покажу. Ить, опа, это шарик. Это у меня же день рождения было, вон, в апреле. О, это шарик. Видно, нет, не знаю. Вот так, опа. И вот он стоит. Нет, все нормально, ебать, я думал, он отвязался. Ну-ка, вот так, ебать. Все. Груши нету, но... Тебе 20, что ли? Вова. Мне 21, Вов. Вот, уже 21, ебать. А раньше, бля, такой пиздешонок был, ебать. Пиздец. Даже вот не верится как-то.
реально. Да что не верится, это все взрослеют. Да. Когда я тоже начинал это все стримить, короче, вот это, ну, имею в виду, когда канал начинал вести, мне тоже 30, сколько было, 35. Ну, то есть столько, сколько можно-то, блядь, уже тоже. Надо же потихоньку, короче, да я подумал, надо было с администрацией, по сути, переговорить и вопрос поднять, короче, по поводу того, что, типа, они в дальнейшем хотят видеть от проекта, хотя бы какую-то формацию или развитие. Но, ну, короче, по последнему сбору данных, ну, отвратительная ситуация. Поэтому играться можно, вот честно, играться можно. Ну, для расслабления, еще что-то, но стремиться я не знаю уже. Вот, как это говоришь, ты уже сказал, типа, не знаю, надо бест мерзавцу отдать. Вот, просто чисто за то, что он, сука, упорный, знаешь. Это вот, типа, так... Ну, не знаю, если готовится, то возьмет. Но в прошлый же раз, вон, на этот, бест за читеры забрали. Вот, а, то, ну я что-то слышал такое, да. Да-да-да. То, что там женский перс, он всегда живет, бла-бла-бла, там урон что-то не проходит, да? Такая хуйня? 90% там или больше поглощения урона, а потом, когда ты поясок, короче, еще пару тебе накинет, ну, то есть бронит, ну, еще поглощение урона, поясок где набрасывает, то все, урон вообще прекращает. Ну, то есть урон не... Ебать. Ебать охуенно. Ну, этот баг исправили тарелкой. Ну, то есть сейчас вот на Новый год вылетели, выдали тарелку, которая полностью уничтожает все сопротивление. Ну, то есть полностью убивает всю броню. То есть сейчас эта фича на бесте не проканает. И я не знаю, что придумают. Вон сейчас, как бы, ну, народ у нас есть. Если есть, вот, ребят, напишите. Ну, то есть, по идее, сейчас, вот, кто будет брать бест? Короче, ну, то есть, на каких основах? Или опять какая-то хитрость будет? Там, по-моему, группу какую-то собирают. Если, ну, так, скажи примерно, то, короче, я точно не помню. В общем, сейчас группу собирают, и там в ней прямо строят резу максимальную, ну, то есть, на туры. Ну, то есть, скорее всего, сейчас туда закинут, короче, всех. Пока, короче, я точно не знаю. Ну, ладно, ты зачитывай там донаты, а то смотри, там люди пишут. Да, да, нет, я, у меня понял, у меня обычно сливается. Ты шо, я пытаюсь понять и тебя, точнее, в основном тебя, потому что донат-то я прочитаю, а тебя-то уже, ебать, как я, на обратно поставлю, как говорится. Поэтому я стараюсь слушать тебя, и у меня и мужской этот голос сбивается, и это, и ты сбиваешься, я думаю, ёптать. Вот так. По поводу, смотрите, устал ждать, когда прочитаешь чате. Короче, и ваши сильно не... и ваши, Ивана сильно не хвали. А то потом весь мозг вынесет тем, что ты его перехвалил. Скажи про то, что караси в группу нужны. Нужны караси в группу. Набираем караси в группу. Вот, ребят, кто без группы, ебать, вот в Killer's Gang, ебать. Самую легендарную группу, блядь, однозначно. А, где зайцы? А зайцы будут, ребят. Доделаю. Реально будут, все нормально. Зайцы — это, короче, новый видосик на новом канале. Ну, на основном, получается. Там я прям вот попотел, как говорится, с монтажиком прям плотненько. Вот. Поэтому что все нормально будет. Через что ты играешь? А можно говорить, через что я играю, Серег, нет? Серега. Чего, нет, он спрашивает, через что играешь? Он имеет в виду браузер. Да, да, можно говорить, нет? На каком смысле? Ну, типа, похуй. Ну, я не через Абус играю. Ну, я, ну, имею в виду, я предполагаю, что каждый играет. Ты через Хамелеон играешь? Да, да. Ну, Хамелеон я то давно уже раздавал. Или через Махалон? Кого? Нет, через Хамелеон. Просто Махалон же еще есть дополнительно. Не все, конечно, запустили его. Ну, то есть, но, по крайней мере, тем, кому я инструкцию отдавал, те запустили Махалон. Но в основном играются, да, через Хамелеон играются. Я вот через Хамелеон, ребят. Я просто не знаю, ну, инфа это какая, типа, закрытая, открытая. Поэтому я и спрашиваю человека, который знает. Да не, не, я раздавал в свое время, учил людей. Ну, то есть, именно пользоваться им как... Ну, типа, он, бля, он быстрее всех работает. Вот, ну, куда ни... Ну, то есть, прям вообще классно он работает. Ну, вот, короче, сейчас я не знаю. Ну, к бесту уже начали готовиться с 8-го, ну, на мартовскую акцию еще начали готовиться. Ну, сейчас, понятно. Короче, проходит. Я не знаю, что там на бесте, короче, будет. Ну, вообще, сейчас больше ждут на 26-е. Я не знаю, что 26-го будет вообще? Вот, просто, что в подарки засунут, вообще не представляю. Вот просто, ну... Ну, мне кажется, какой-нибудь, я не знаю, там, криопечка, что-нибудь такое, не? Бля, я вообще не представляю, если честно. Ну, мне вряд ли что-то новенькое будет. Мне кажется, какая-то такая хуета будет. Мне ну, тоже смотри... 21 норм, не старый еще. Я... Эмманул Антонян.
Правильно? Или где-то ударение в другом месте. Но в любом случае, мы с тобой тезки, получается, по возрасту. Эммануил, имею в виду его просто. А, Эммануил, хорошо, Эмману... ладно. Да. Он тебя, кстати, спрашивал по поводу оценки. Персонаж, чьи трусы у него? А, ну пусть это, это напишет. Я его публичку писал, чьи трусы у него ник так называется. Ну пусть в почте, ой, в почте, блядь, на ютубе напишет, я сейчас быстренько скопирую, сделаю красиво. И все будет хорошо. Я просто скопирую, потому что я сейчас уже вряд ли не найду уже, наверное. Конечно, есть видео с хамелеон. Бля, я сейчас сдохну нахуй. Я с Фрию играю. Ну, Саня, блин. Ну, я знаю, что это, этим тоже можно пользоваться, но я что-то у меня не зашел он. Манипулятор же, манипулятор должен был в этой акции быть. Ребята, манипулятора, ну, не будет. Будет какой-нибудь этот, вообще он, закинут карманного хакера. Карманного хакера не было 752 миллиона лет. 700 ну, то есть тысяч. Вам сейчас его доставят, и будет у вас веселье прям. Финик, да не будет, ребята, и финика тоже не будет. Идите в пень со своим фиником. Фиником, если поставят вам летом, чтобы вы там донатили. Ну, то есть, сейчас большинство донатов закидывают это на расширитель. Сейчас все на расширитель, если потащат, ну, то есть, его прямо классно, о, типа, он сейчас вытащится или выпадет там расширитель же, расширитель, на него сейчас будет покидываться, а он нихера не падает. Ну, то есть, и сейчас следующий, не знаю, вот, типа, все думают, что манипулятор апнут на, ну, на следующий. Ну, что, а что, апнули же биосферу, апнули до 30 уровня. А почему манипулятор взять и не апнуть на плюс 15? Ну, то есть, ребят, карманный хакера не было, хер его тучу лет. Ну, то есть, прям реально не было. Вот сейчас его вам добавят, а к нему добавят какую-нибудь машинку. Ну, и что добавят? Ну, наверное, из того, что многие хотят, та, которая дает у нас ринги. В общем, получите себе веселую... Битва финальная сейчас повисла. Повисла. Падла. Ну, у меня просто долго грузится, короче, это. Ну и, в общем, закинут вам мустанг. И будете радоваться. Ну, то есть, ну, примерно, если с того, что выпадало. Ну, манипулятор 30-й. Ну, ребят, я не знаю. Его если добавят, только ну, в конце какой-нибудь. Ну, то есть, так что тут, ну, не факт. Ширик плюс 7. Да, он у меня не падает. Ну, ребята, блин, мне не везет на него. Прям реально. На подарках мне на него пес не везет. Ну, то есть, я столько подарков открыл, и он у меня, ну, упал. Ну, нихуя не упал. Давайте так. Короче, посмотрел я перса, чьи трусы. Бля, ну, жирные. Реально жирные, ебать. Это, ну, наверное, один из самых жирных, наверное, да, на своем уровне. Вот еще из ПД. Ебать, сколько же... Много ребят вот таких, которые в топовых группах сидят и зашли сегодня на стримецком. Мне, бля, реально круто. Реально круто. Ну, жирный мужичок, ну, блядь, ну, топ, наверное, да, своего уровня. Я уж не знаю, кто там на 18-м сейчас самый карась, как говорится. Ну, прям плотненький. Да, а силы нет. Ну, ой, ёптись. Извини, мужик. Я забрал у него 80 тысяч, блин. Ну, не, если бы я просто разбился, я вообще тогда нубас был. Вот, это я просто так проверяю, это моя тактика. Это моя тактика, ребят. Это, проверка на гриба, ебать. Так. Здорово, Егор, ты вернулся? Блядь. Вернулся. Да, если кратко, Кримсон, то, ну, немножко, да. Немножко вот так чуть подюлюганить, чуть, как говорится, какой-нибудь контентик вам завести. Осталось только прийти в норму. Вот, бля, ребят, осталось только вспомнить, как стримить. Вспомнить, чтобы, знаешь, не теряться, не туда-сюда, чтобы спокойненько на расслабончике вести стримы. Бля, вот даже не помню, честно, как. Потому что последний мой стрим на киллере, да, вот когда с более-менее стабильной аудитории, я запускал 4 года назад. Ну, это вообще пиздец. Вот. А так, вернулся-то я, в принципе, я никуда не уходил. Я просто создал новый канал, потому что я посчитал то, что киллер должен остаться как легендой. То есть, такой, знаешь, как раритетик, вот так скажем, да? То, что все равно многие помнят. Вот. Поэтому создал новый, вот, завожу туда иногда контентик. Вот, ссылочка там на этот каналчик в описании. Вот, кому зайдет, можете оставаться, посмотреть там, кайфовать. Чисто развлекательный контент. Вот, чисто отдохнуть, спокойно посмотреть, немножко посмеяться. Все. Больше ничего. Видосики короткие, то есть там самые долгие там на 16 минут, но это пофиг. В основном там они по 7, по 8 минут, поэтому не переживайте. Вот. Ты. Я имею в виду этот Эммануил. Я сегодня уже сказал, что ты сегодня у нас получил. Я твой скрин же сегодня видел. Что ты заточил, короче. Ну, где он? Сейчас на бирже, по-моему. На биржу сейчас он кинул.
Сегодня лекцию Сейчас. зачем? А, нихуя себе. А что он заточил? Он заточил УЗИ. Ну, то есть А, легендарный. УЗИшку? Ага. А, ну она, наверное, дорогая, да? Ну, она дорогая, да. УЗИшка дорогая. Ебать, Ну, то есть. поздравляю, хорош, реально круто. Потому что Ну, еще, Легу качнуть скорее это всего. да. Просто я не знаю, она у него одна или две, я точно не скажу. А, он еще не одна, она вот это он карась. Нормально, блин. Ну а почему нет? Я одну Легу заточил, по-моему. Басмач, ебать. Ой, бля, кто мне пизды дал? Бас. Ламбази, говорит, подтяни, слышь. Ох, с Никитой как-то сложно все, потому что это, наверное, как отдельная история. Вот сейчас я... Ой, блядь, отпиздили меня. За что? Феникс Крипт. Т-т-т-т-т. Или же манипулятор. Вместо него хакера не будет, мустанг в санях. Все, ебать, нам уже все расписали, ебать, поняли? Вот инфа, ебать, сотка. Ждем на Инфосот. след... Ждем на следующий год на другом канале 1 500 000 и дофига. Бля, Старикс, я... Как это? Моя цель не в том, что, знаешь, что-то, как, блядь, денег там дохуя заработать или еще что-то. Мне хочется кайфовать от того, что я делаю. Кайфовать от того, что это другим людям нравится. Что я нашел ребят, которые смотрят мой контент и с одним взглядом, скажем так, как у меня, да, на жизнь, там, может, на, не знаю, на контент. И то, что им это нравится. То, что человек напишет в комментарии после просмотра, что, бля, ебать с кайфом. Вот прям с кайфом кайфанул, прям обалденно. Меня вот это прям мотивирует. Я говорю, я когда делаю видосы на новый канал, я думаю, блядь, ну, ничего страшного. Может, найдутся те ребята, которые там, да, вот такие вот жирненькие. Поэтому... Жирненький, почему жирненький? Который с одним взглядом, блядь, посмотрел на этого. На вот эту вот свиноту, блядь, и спизданул лишнего. Поэтому так вот. Поэтому пока потихоньку развиваемся чуть по чуть. Вот. О, надо Редмонда просить. Редмонд, завали в бочку верхнюю. А мы Блин, нижнюю. поскольку... Серег, скажи, поскольку бочек сносим? Потому что на кошме обычно по две сносится. По три надо сносить. Четыре уже много. Ну, то есть созиды не будут справляться. Угу. Ну, то есть, того, что слабые есть, они поподохнут, короче, все. Ага. Ну, то есть он ее снесет один. А, Он все равно ебать. один-то пусть тащит, бля. Первый УЗИ качнул элитными за 6К. Бля, Иван 5000, ебать, слил. Крианита, ебать, нихуя не качнул. За 800 крио. Бля, хорош, реально хорош. Молодец прям. Потому что Лего, я говорю, это вот это, наверное, какую-то прям такую удачу надо иметь, что даже словами не передать. Потому что это прям похвально, вот честно вам скажу. Молодцы. Те, кто качал Леги, это настолько рандомно на вашей стороне должен быть, что это прям круто. Что касаемо Никиты, чтобы далеко от темы не уходить. Мы с ним... Ну, как это сказать? Я, короче, грубо говоря, он тоже хотел возобновить контент. Не по Музвару, по-моему, но просто хотел что-то, как говорится, что-то поснимать там вот. Мы с ним вроде как договорились. Вроде все, блядь, заебись. Вроде он так на позитиве туда-сюда. Потом время идет, что-то у него интерес угасает. Короче, он стал каким-то, вот говорю, таким немножко дед-инсайдиком, вот, который уже, ну, не знаю, может, просто его надо, блин, развеселить там как-то, еще что-то, может, как-то помочь ему. Вот, я когда последний раз ему писал, мы с ним, ну, что-то я пишу, да, ему говорю, Никита, здорово, ну, просто поболтать по-дружески, вроде сколько общаемся, да, а он так на похуй отвечает, что-то, да, там, ну, там, стрим смотрю, занят, там, еще что-то. Я говорю, бля, ну, не хочешь, типа, общаться? Ну, ладно, ничего страшного. Вот, может, интересы разошлись, может, еще что-то. Может, там, вот сейчас это временная такая дружеская забастовка, да, и через какое-то время опять начнем общаться, поэтому хуй его знает. Вот, но я думаю, что он мне захуесосит за то, что если он узнает, да, что я вот вернулся, ебать, он скажет, что я долбоеб. Ну, что поделаешь, ебать. Потому что мы всегда, ну... Мы с такими взглядами были на эту игру, что, знаешь, это как бы зашкварно было возвращаться, еще что-то. Но опять же говорю, я вернуться, это как на бумаге. Просто, ну, типа, по факту нет, конечно, но если вот теоретически, то да. Перс-то есть, все, играю, играю. Но по факту это такое себе возвращение, именно вот чисто пообщаться со старой аудиторией, может кого-то зацепить на новый контент, да, вот, просто вспомнить, что такое стримы. Я говорю, вы сами сегодня видите, я сегодня такой прям вот фул, это вот сейчас я еще более как-то придрочился, да, еще успеваю там чатик, да, почитывать, вот, поэтому чуть-чуть привыкаю, а так, конечно, блядь, растерял нахуй все навыки, вот прям вот нахуй.
Ну ничего, контент нормально пилишь. Причем самое интересное, видосы делаешь нормально. Не прибедняйся, блядь. Вот, спасибо, спасибо, Серег. Спасибо. Так ну, что не надо брать. Брать? Прям так? Ну, окей. Я просто, наверное, человек, знаешь, вот не хочу казаться ЧСВшным, чтобы, знаешь, как-то прям вот... слишком многого мнения о себе иметь. Нет, у меня приземленное такое мнение. Лучше я буду там, лучше чуть-чуть реалистом, скажем так. Вот так. Ты... О, Паша Экстрим. Экстрим. Паша, о, свалочка. Привет. Здравствуйте, Павел. Я не знаю, знаете вы меня или нет, но здравствуйте. Добро пожаловать на трансляцию. Вот, сидим с Серегой. Ну, Сереге я, конечно, мало, блядь, даю сказать. Вроде как-то пытаюсь, ебать, но из-за того, что я слишком такой балабол, Серега сегодня так чуть отдыхает, ебать. От болтовни слушает, что-то вот кайфует. В трусах сидит, ебать, в халате. Это ты же, говорю, по стримам соскучился, я не успею. Вон, болтай, народу целая гора. Вон, смотри, тебя 29 человек с тобой на экспедиции. Половина спят от твоей речи. Сколько там? Раз, два, три, блядь. 4 человека уснуло. Не, 5, наверное. Блядь, АФКшников. Ненавижу, сука, АФКшников. Вот просто, вот я не знаю, у меня какая-то патология чисто на этот. Мы несколько раз свалку чуть не слили из-за этих АФК. Они, короче, на последнем ходу убивают бочку, блядь. Вот когда у него остается, вот буквально там один ход, да, да, короче. АФКшники просто собираются и бьют, понял? И вот именно... Ну, неприятно, да. И такое было уже несколько раз. Ну, то есть мы реально сливали, короче, вот эту. Представь, с ложку, блядь, слить. Ну да, да, с ложкой это, конечно, вообще... Наверное, сейчас это так позорненько, ебать. Ой, вообще в разы, так узнаешь. Вот, по сути, сейчас нормально распределиться, то хорошо вот будет. У него сколько остается? Еще 2 хода. И вот я сейчас очень сильно побаиваюсь, что на последнем ходу, как обычно, блядь, сейчас АФКшники снесут бочку. Я вот сижу, думаю, что делать. То есть то ли бить, ну, то есть то ли ударить, короче, в самого Джо. Потому что если сейчас будет жопа, то прям колоссально попадут. О, Ред, кстати, зазря. Если мы сейчас, короче, его снесем на ходу, начнет народ гибнуть, и там ничего не сделаешь. Ну, то есть, по сути, на 5 ходов, короче, мы уйдем сейчас. А он снесет сейчас вал на его? Вот бочку. Снесет. Просто он, ну, не видел, знаете, мы реально сливали, короче. Вот, видел? Смотри, последние АФКшники, видишь, все сложились, 11, и ударили в угол прямо, видишь, в верхний. Ну, то есть, и вот сейчас они его добьют, и будет пизда. Сейчас придется, короче, 4 все хода бить. 4 все хода бить, короче, Джо. Джо? Да, потому что... ПКшники, смотри, видишь? Ох, ебать. А вот это пиздец, да? Да, 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 верно. Уф, на, просто троих. Понял. Ну, вот я просто говорю, почему я не люблю ПКшников собирать, короче, на это. Сейчас, ну, народ просто уйдет. Ну, то есть так, на будущее. Ёпта, вот это ничего. Знаете, есть этот прикол, типа, вот это нихуя себе! Вот поэтому, блядь, да. Ну, ничего страшного. Да ладно, господи, блядь, ребят. Не знаю, для меня даже то, что мы сейчас сольем, да похую. Ну, реально, ну, похую прям максимально. Ну, я понимаю, что... Хочешь прикол еще один? Смотри. Бочки, короче, осталось, а там 2 с копейками, видишь, 2,6. И вот сейчас АФКшники, которые остались, АФКшники, они сейчас, смотри, ударят вот в этот вот эту вот бочку последнюю. Они ее добьют, и будет 100% пизда. Да, да, ребят, я говорю, экспа это чисто фон, чтобы поняли, чтобы хоть что-то, как говорится, ебать, динамичненькое происходило. Не более, реально. Для меня, ну, то есть, я даже, ну, не расстроюсь реально от того, что сольем. Я больше расстроюсь за ребят, которые вот пришли, да, наверное, хотели что-то как-то поведать, какую-то делюгу, ебать, вот эту вот историю, да? Вон, Абу, видишь, пишет, типа, -1 000 звезд. Ну, то есть, многие-то люди пришли не просто же так, они, у них реально этих не хватает. Ну, то есть, просто, ну, 3 хода еще. 3 хода на выживание, я не знаю, ребят, ну выживите, блядь, будет прям честь и хвала, нахуй, я в щит ушел. Я тоже, у меня их дохуя, поэтому нормально. Бля, я нет, нормально, я, наверное, долбоеб зря с каталом сейчас похилил. Вот, сейчас проблема в АФКшниках, то есть осталось у нас их сколько? 1, 2, 3, да? 3 АФКшника, но 3 АФКшника не снесут бочку, ну то есть, ну их постоянно, видишь, лечат, ну то есть, вот это, блядь, проблема. Т-400, да, они не снесут, ну нам надо еще.
Ну, проблема, говорю, потом в основной драке, когда все это закончится. Ну да. Ряд титанов красиво умер. Ряд прям лег, ебать. Прям да. Просто с одной плюшки. Чпок. Сейчас смотри, я в заражение уйду. Я просто знаю, что так всегда происходит. То есть меня напоследок оставляют. Блять, два хода еще, да. Ну, через два хода с каталом хильную, я хуй знает. Да терплю я, нет. Вот, поэтому, ладно, что ж бывает. Кстати, твое заражение следующее. Видимо. Мое? Я, ой, бля, я не хочу. Не, ну, ты как бы, получается, следующее с каталом будешь лечить, и как раз нормально выйдешь. Угу. Я искрой буду на следующем пользоваться. То есть, да я уже я... слил, я уже слил, да, ее поставил. Так, кошмар, блядь, какая нахуй кошмар, кошмарку я распустил, блядь, создал, ебать, гений, ага, привет. Мозя пишет, классный стрим, не думал, что в такой нединамичной игре может быть такой приятный, интересный стрим. Ребят, спасибо большое, я говорю, Серега, мы так чуть пытаемся завести сегодня контентика, чуть-чуть, так, знаете, вечерок ваш, ебать, скоротать, вот, чтобы... Ой, ебать, а между хуй... Ой, бля, вот это я додик, вот реально, вот это я осел. А что, ты вызываешь? Я вроде да. Да, я просто забыл, что у меня ширик фуловый, блядь. И у меня тут, ну, квантовое поле, фотон, не ебёт, блядь. А он работает, интересно, сейчас? Нет, сработает? Ну, давай, похуй. Не знаю. Игорюха говорит, спасай, выручай. Я говорю, я тебе выручу-то, блядь. С ума сошёл, где? Короче, у нас один титан улетит, походу. Игорюхи нет, не хватает по мощности. Аптеки у него нет. У меня не зарядился еще, короче, ремкомплект. Ну, то есть я сижу с пустым. Оп, ох, еба, еще и банан минус. Писос. Ну все, как охота сказать. Редмон, танкуй! Виновник всего торжества, тащи, блядь. Так, Абу, короче, 13, ладно, так, сейчас выручу на последний. У меня просто мало осталось турбо, тем более, как бы я сейчас не в таком выигрыше. Абу, держи тебе щитка в 20 лямов, не жадничай. Надо ребят, наверное, подсейвить, бля, чтобы они не подыхали. Оп, все нормально, все хорошо. Ты прикаляешь, я на этом, на агре, блядь. Я да? Ебать, вот это прикол. Это прикольно. Да, так, другие модули тоже используют. Да, 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 вот, родной, я уже и забыл, ебать, про них. Сижу с соплей, ебать, фуловый. Так, поведу всем. А, вот, кстати, да, тридцатка, я же тридцатка теперь. Ух, ёптать. Всю жизнь. Ну, по планам на сегодня, ребят, по планам на сегодня у нас еще пустошь. Ну, то есть мы хотя бы еще одну пройдем и, возможно, пойдем на полигон. Ну, может, без меня. Я пойду, короче, мыться и готовиться завтра, ребят, на работу. Ну, то есть я так и не могу. А ты вот, Серёг, до скольки обычно стримишь? Слушай, я с Музваром, ну, я дофига стримлю долго. Долго? Ну, то есть я, прям реально, я, ну, бывает, люди сидят там до трех, короче, до двух мы сидим. Нихуя себе, ребята, вот этого поросята, ебать, молодцы. А что, сносим или что делаем? А, да, конечно, они сейчас убивают. Ну, они убьют, ну, то есть тут как бы тут не вопрос. Проблема в том, что титанов нету. Блядь, да. Это плохо. Да, ебать, титанов нет, это, конечно, факт. Поддохли, ебать, ребята наши. Ну ладно, ничего страшного, нормально, ебать, сейчас вытащим, я чувствую. Я чувствую сегодня, что можно победить, как говорится, поэтому не переживайте. Я еще вот живу, ебать, и мне прям это все нормально, как говорится. Я говорю, сегодня титаны, блядь, титанят вообще просто. Созит, рух и титан, блядь. Охуенчик, балдеж, ну реально балдеж. Короче, по поводу тридцатки. Я, когда думал о таком вот возвращении, да, я всю жизнь был в дереве. Ну, бронзу я не буду считать, потому что я такой-то карасик был, когда в альфачах сидел, поэтому похуй. Вот. Всю жизнь сидел в дереве. И что-то так посмотрел, блядь, а дерево сейчас, ну, оно уже не то, реально. Там народу толком нету, поэтому... Не, пусть Ваня там, он, ебать, кайфует. А я пошел вот в эту, как ее...
В Алмазку, да? Это же Алмазка, вроде да. Вот, поэтому сижу, балдею, ебать, на тридцаточке. Ну, бас, я так сказать. Хайзенберг, спроси у Сереги, кто я такой. Вот. Что? Где? Про что? А вот он мне пишет в ЛС, говорит, Хайзенберг. Говорит, спроси у Сереги, кто я такой. Вот кто это? Ты знаешь? Не знаю. Вообще не представляю. Вообще. Пусть через донат напишет кто. Там ссылочка внизу на донат есть. Мы обязательно послушаем. Эти байты на донаты, блин. Не, ну а что он, блин, как этот? А что он с нами? Он же с нами или нет? А, он с нами, вон он с нами, вон лысый внизу Хайзенберг. Он с нами на экспе. В нашем ряду, он ниже тебя он находится. А, ёптить, вот, да. Лысый-то с нами. Давай, знаешь, это у нас фраза, давай лысого погоняем, понял? Да. Вот он. На свалку. Кстати, никогда он, я, короче, не хожу, смотри, никуда, он ни на одну экспу не ходит. Он сейчас вот на стрим опять пришел, как бы, вот что ты не играешь, вот кто тебе не дает? Ой, Серег, а сколько осталось, 4 еще бочки снести или сколько? Я не знаю, я не считал. О, ну похуй. Похуй. Ну, у нас же 5 бочек снесли, получается, да? 4, значит, наверное, осталось, скорее всего. Ну, хотя, ну, можно попробовать, ну, давай снесем. Да нет, не надо. Я просто спросил, я не знаю. Вы и так в дерьмовой ситуации. Блин, я больной? Я самый больной в мире человек. Блядь, ты, сука, ты задолбал меня, это. Я и на заражении, и в этом, и на агре, блин. С ума сбрендили, что ли? Ну не, здесь, конечно, мне кажется, прям вот ГГшечка, прям попахивает, ебать. Поэтому... Кого? Ты чё? Нафиг, нет. Да? Кто? Нет? Да, нет. Короче, в случае чего Red Moon волнами просто забросает Джо до упора. Ну, то есть, ты жди, если... Там Гарник же сидит, да? Гар же сидит на нем, блядь. На ком, на Red Moon? Да. Нет. Нет, не он сидит. Блин, я думал, там тусуется. Просто так, он... Ну чё, будет, блядь, волнами раскидываться. Пусть, как оказалось, пощи, блядь! Нет, Гар на своем, он на Эпик Шоу. Там от максимального хп бочки надо смотреть. 30, 36, ой, не знаю. Я посмотрел, нихуя не понял, поэтому ладно. Вот я вам показал, у этого 3600, а у этого 30. Не-не-не, Гарник пишет, да, 4. Ну, Гар пишет 4, короче. Ну, тогда все, хорошо, договорились. Договорились, все будет. Ух, ребят, все, ебать, нормально, наконец-то я подсобрался по чуть-чуть, ебать. Вот, а самое смешное, ебать, что мне завтрак первой паре, ебать, вот, блядь, охуенно, моя любимая учеба, фу, помойка, блядь. Паре, ну ты, кстати, по профессии, видимо, работать не будешь, короче, именно безопасно. У меня целевое обучение, у меня, то есть, ух, еба, а куда тыкать, блядь? У тебя IT же безопасность, да? Да. Бля, охуенная тема, если честно. Прям, ну, меня тоже говорили, вот, типа, системный администратор, дальше куда? Меня-то спрашивали все. Ну, то есть, типа, Серега, ну, то есть, ты же понимаешь, типа, системный администратор, типа, у него рост только в сторону, типа, начальника отдела, там, типа, безопасника, IT-безопасника, типа, ну, курсы повышения квалификации, это я когда еще на работу, короче, ну, поступал. Я говорю, ой, не, ребята, говорю, я не буду, типа, куда, говорю, что? Я говорю, не, я админом останусь до конца, говорю, своих дней, блядь. Все, короче, я умер. 500, блядь, 500. Нет, ты живешь, все нормально. На, ёптить, минус 10, все нормально, не переживай. Ёптить, я даже на втором месте еще, вот это я грибландец. Да дело-то не в этом, меня вот буквально только, короче, Ями обогнал на этом. По агру, короче. Если бы этот Джо меня еще раз плюнул, я бы просто всосал, короче. А мне, наверное, тоже надо, да, по-хорошему агру вас забирать? Кого? Да. Ну... А ты что, где? А ты не дотянешь, наверное? Почему? У меня вообще больше другое добивает. У меня психоделик вон, но он сбрасывает агр. Ему нельзя сейчас бить. Ну, то есть он, видишь, агр сбрасывает, поэтому у нас агр сейчас находится на всех. У нас заражение огромное идет, 10 икс, он правильно делает, что он сбрасывает. Ну да. Причина как бы только, ну, немножко другому, можно агр будет забирать через ход, ну, то есть буквально. Ну, 8 миллионов. 8 миллионов, о, еще всосал один. Я всосал, ебать.
Живем, ага. Ебать, конечно, нормально так. Выживаем, ебать, я бы сказал, а не живем. Ну, блин, ну всегда, вот тут, понимаешь, вот как говорит, мы же пришли на общий стрим. Угу. Нам же, понимаешь, нужно веселье. Сука, да, нужно... да. Движуха какая-то, ебать. Да, контент какой-то. Давайте, сука, убьем половину отряда, блядь, вопрос. Давайте устроим геморрой, и такой, знаешь. Ну да, просто проходить как будто неинтересно. Надо какую-нибудь хуйню грязную сделать, блядь. Прям вот ебанину какую-то. Ох, ребята. Блядь, куда я-то походил? Я не походил. Вот это я, Петя. В бассейне стримить. Да, ребят, буду потом в бассейне. Поняли? Вот так вот лифчик натяну, потом вот так вот. Оп, вот сяду вот так, ебать, и буду такой. Ох, ёб твою душу. Сейчас же таких много, стримерш. Олегия. Вон, типа, гриб. Привет, давно, говорит, ждал возвращения. Вон, еще люди, видишь. Да, ребят, спасибо большое. Спасибо, кто... Помнит, блин, не забывает классики, я нафиг. Поэтому, я, знаешь, это, как говорится, это классика, это знать надо, понимаешь? Поэтому... Мы тоже сидели, вон пришел, короче, Фалвер. Химика, помнишь? Фалвер. Химик. Сайка дорога. Нет, наверное. Химика не помнишь? Нифига себе. А кто? Хотя... Нет, если, может, там ник скажет или еще как-то прямо точно, я так, типа, оп, подумаю. Нет, это натрия ник у него. Ёптать, вот это ты спизданул сейчас. Вот это ничего себе, блядь. Вот это ты прям хорошо сказал. Натрий CO2. А, нет, не помню. Эй, классно. Валим? Да. Блядь. Все, мы не... Сносим? Не, 5 миллионов у нас не хватит мощности. Не даже хватит. С Red Moon не хватит. Надо еще тыки распределять. Еще раз. А ФКшников сейчас нету? Ну, тут... А, нет, есть, блядь, вот один. Диана. Блядь, там просто понял, сейчас бочка вот эта взорвется. Нижняя. С6. Там эти сопли. А-а-а. Угу. Ну все, Red забирает верхнюю. Ну тогда придется низ, короче, забирать. Тут с прицелом. Давай я тоже, наверное, у меня два прицела есть. Я сейчас тоже бахну еще один. Давай волной пиздану, ебать. Надо ж, ебать. Давай, пиздань. А давай. Куда? Скажи, я дам. Скажи, я дам, куда надо. Ну смотри по мощности. Тут нижний, не знаю, вот какой-то из двух на пятой. Либо D, либо E. Я D ебанул. Ну. Но надо, ну, есть ощущение... А, подожди, там сопли. Отлично. О, хорошо. 200. Не, мы завалим. Ой, самого. Так, хорошо. И еще 300-ничек. И давай еще. Отличненько. Ёпта, волна в трусы. Вот это, блядь. Волна в говно! Давай, на, доби. Да, разбросай сопли по экрану. Сука. Потрать расход. Как говорится. Заебись. Вот это, блядь, натуре класс, ебать. Ну ладно, все нормально. Все нормально, все прошли. Фух, ебать. С потом, ебать, как говорится. Это пиздец. Ебать, 7 ключей урвал. Вот это я молодец, ебать. О, так нихера себе, ты там лечил-то, бля, как царь и бог. А че, Серег, не хочешь ты создать? А я это, пока, как говорится, с кайфом поотвечаю, поболтаю. О, ёпсить! Блять, карт, ну нет, блядь. Че говоришь, давай. Да ты смотри, вам карты выдали, блядь. Red карту выдали. Тебе ну... выдали. Вы офигели, что ли, или что? Я да. Ебучее проклятие мое задолбало. Да, да, ребят, будет. Будет музычка, все нормально, поэтому не переживайте. Ну что, не хочешь создать? А то мне просто это самое ебать. Я опять затуплю, блядь, опять хуй пойми, что сделаю. Не-не, у меня проблема в том, что у меня игра зависает. У меня вот в этом проблема. В плане? Недаром, короче, этого. Белка создала, блин, ё-моё, там пусто, что же. Ладно, сейчас, погоди, я создам. Если я буду вылетать, то, ну, то есть я не буду, короче, это. Я распущу. Но у меня подвисает. Я уже говорил, и у меня часто на стримах, короче, было такое, что, то есть я неприятно, короче, этого. Сейчас, я создал. А у меня, кстати, почему-то 100... Бля, почему... А, так, сейчас, ага. Я создам, говорит. Я создал, Сейк пишет. Че вам пильнуть? Все, пока на чили билет. 1,5 кг билет стоит. Пили кошму. Да, короче, да, я тогда, короче, это, перехожу. А, бля, Сейк отменил. Ну, ладно. Все, я, короче, создал.
Погнали. Погнали, полетели. Бля, ребят, по поводу, вот, Артурчик, вижу, создай банку с донатами, чтобы знать, сколько собрали. Ух, насчет банки. У меня почему-то вот снизу так хуево отображается вот это топ месяца. Я вроде это все настроил, но почему-то оно так хуево отображается. Поняли? У меня и подписчики не указываются. Я с этим разберусь. Вот. Поэтому ребят, не переживайте. Пожалуйста. Да, первый стримец я все сделаю красивенько, чтобы, потому что у меня вот все должно было отображаться. Я проверял, вроде как что-то работало, но пошло оно, как говорится, это все. Поэтому все будет нормально. Краси твои пошли. Куда? Кто? Вот, пупс мой пришел, да, вот он. Давай, забегай, ребята, да, заходите, вон, а второй байт, давай второй байт, ради бога, вообще не вопрос. О, у нас один титан, блядь, один титан, гард тащит, блядь, просто, одного титана, блядь, просто. Не, сейчас нормально, сейчас все нормально будет, не переживайте. О, ну, конечно, лучше. Да, да, Максон. Часейки, нормально, ну, то есть, все норм. Не то, что прям плохо, я говорю, все норм будет. Выделим. Спасибо большое, спасибо, Максон. О, пришла радость волосатая 6 уровня. Иван! Иван Дуся, блядь. Тоже ебать. Давай. Давай, молодцы, как говорится. Так, дайте я буквально пописать. Можно отойду? Немножко. Можно? Серега. Чего ты, это иди, я-то тебе... Можно пописать с кайфом. Все, ты, тогда после этого... Если я тебе не разрешу что-то, не пойдешь, да, обоссышься, блядь. Ты пиздец, как ты тебя ляпнешь тоже. Мне Ваня говорит давно уже, типа, это... Ебать, давай, бутылку ебать, и пошел ебать, как говорится. Вот, поэтому я уфу и микро, и все, сейчас я приду. Поэтому не теряйте. Кто поможет с донатом? Моусер Вайсинг. Сейчас, братан, не знаю, выйдет. Нормально, выйдет здорово, будет это прям как бы, ну, работать, и будет прям хорошо. Гошечка, привет, Гоша, привет. Что сразу, видишь, человек возвращается, человек хочет немного вернуться обратно к стримам. Ну, то есть, как бы, ну, поддержать надо человека. Первый стрим, ребята, видите, ну, можно сказать, первый стрим комом, так что все норм. Давайте, блин, вы там в этом... Вы чё, вы собрали народу-то, фигня какая-то? Вы чё? Кто нас тащить будет? Бля, один Ваня, что ли? Мерзавец, блин. Гары... Ну, это вообще не... Это прям неправильно. Вообще просто, как бы, ну... Как вам, короче, контент? Как вам человека возвращать? Так вы это прям вообще хорошие. А как поддержать, как бы, ну, медальки протащить? Это прям нет. Надо прям, чтобы все участвовали. Жизнь должна быть такой. Ты как отец, говорит, новый. Да я старый, а не новый отец. Блин, ребят, ну прям реально, я уже тоже давно веду музвар. Ну, то есть, реально, 2 года назад я общался. Ну, блин, с Егором реально, он пропадает все время. А последний стрим он вообще 4 года назад делал. Так что давайте сделаемся на этот. У него еще, видите, не все настроено. И все сделано. Появится плеер, все появится. Плюс дополнительно, говорю, он же начал вести и ведет как бы он дополнительно свой второй канал. Ну, то есть у него в описаловке, ребят, второй канал есть. Ну, туда заходите, подключайтесь, да, смотрите, что. Никаких же проблем нету. Ну, то есть. Зашел и все прям. И будет прям норм. Все, я тут, Серега. Серега, я здесь. Я на связи. Да, я вон народ тут агитирую. Понимаешь, они приходят, ну, как бы сидят, смотрят там, бля, ребят, титанов больше не надо. Вот прям реально, титаны прям вообще. Твою мать. Би пришел, вот народ, вот. Памперс пришел, вот, наконец-то, блин, просто. Люди, человечки, вот прям, вот. Вот, вижу, что нормально подписчики пошли. Прям вообще, вот прям... Пока, блин, ты не знаешь, до совести не достучишься до людей, блядь, не будет ни одного руха. Просто я не знаю. Ну это вот прям... Вот, мудак даже пришел. Мудак? Как? Осуждаю, не поддерживаю. Я в шоке. Вообще просто. Ну, вот иногда меня поражает, когда люди, вот, знаешь, называют свой ник, да, там, Геракл, да. Там,
модератор, там, ну, не знаю, там, киллер, да, вот тот же самый. Тогда понятно, да, ну, блядь, когда ты, тебе приходит в голову назвать свой ник мудак, ну, то есть, блядь, ну, я не знаю, просто это надо как-то ситуацию, короче, кардинально где-то менять в голове, наверное. Ну, да? Возможно, да, возможно, да. Ну, то есть, я потому что, ну, я просто не понимаю тогда, какого, как бы, веселого фига. Сейчас, может, еще кто-то из народа подойдет. Оказывается, у меня там стрим на фоне шел. А, да? Я уже периодически включаю, я включил, забыл, короче. Он там идет такой. Надо написать, короче, что рухи нужны. Пойдем в количестве рухов неадекватных. Давай сейчас рухов наберем. Сколько? Всех, блядь? А, да, да, конечно. Еще пройдем? Ебать, я так, да, вот реально, я вот, я говорю, меня... Ты снимаешься, у тебя мерзавец, блядь, с тобой идет. Ну, а, ну все, тогда вопросов нет. О, Гоша, да, пришел, Гошан, да, здорово. Вопросов не возникать должно. Из титанов, короче, идет, смотри, идет Абобус, считай, давношний, да, Гар идет и Абу идет. У нас три титана есть, которые в случае чего, ну, долго выдержат. А из рухов у нас один мерзавец, он и так всех убит. Кстати, Ред тоже пошел бы, тоже бы жизнь была хороша. О, Ксюню я брать не буду. Я не знаю, кто это такая. Не моя знакомая. Лучше бы в танки играл. Бля, да и танки у меня не зашли. Пришел. О, заебись, у нас еще Туска пришел. О, ничего себе. Кошмарки, вот это да. Вот этого нет, поросята. О, еще один. Вот так, мы сейчас без одного титанчика. Нормальненько так сейчас. Сейчас зайдем. Так. Кто тут еще есть? Флинкстоуны. О, хрень пришла. Давай еще хрень закинем. Ну, к мудаку поближе туда. Пиздец, вообще поражаю. Кстати, у него какой? Так, а у него третий. Блядь, надо пятый квант найти. Я пока тут пошарюсь. Так. Так, а у тебя тоже нету, да? У меня второе, у меня второе. У меня только сопля пятая. А, я уже тоже, я увидел. Так, четвертый у меня. У Пашки четвертый. Четвертый квант. Так, ты, наверное, сюда. Так, вот сюда. Да я никуда не пропадал, я это развивал новый контент, делал новый каналчик, вот. А здесь говорю ребятам, вот я сегодня объяснял, что я вернулся просто потому, что по стримам соскучился, вот. И, ну, если кому зайдет новый контентик, вот я ссылочку там оставил. Да, бля, игра-то давно уже сдохла, то есть здесь ни прироста, ничего нету, вот. Здесь просто остались люди, которые чуть по чуть играются еще, так скажем, вот. Друг из-за друга. Вот, и все. Да, ребят, мы честно, вот сейчас просто человека, во-первых, первый раз, вот вообще за все, короче, время, первый раз, чего, ну, как бы захотели провести нормально стрим. Ну, то есть, и вот все, короче, такие ляпы, да, еще какие-то косяки, ну, давайте спишем на то, что все-таки человек... как бы, ну, не стримил 4 года. Да. Давайте. Ну, если прям вот так сказать, то да, Серега прав. Это правда. Потому что, говорю, стримы, когда ты запускаешь там на Твиче, на Трове и где-то еще, и стримишь с нулем, ну, даже пообщаться не с кем, а болтать-то все равно надо. Вот. Как говорится, так себе история. Так, на проверку. Да. И, короче, ждем. Надо еще одного руха нам надо. У нас рухи слабоватые. Так, у нас из хороших, короче, у нас Охотник, у нас Лаки, с хорошей мерзавчик у нас и Туска. Так, пятый квант у нас Клей находится, и четвертый внизу находится Экстрим. Ну, то есть лучший кванта я пока не нашел. Из хороших, короче, у нас Киллер из Созидателей и Памперс с нами. Ну, из хороших. Я херовый Созидатель, сразу сказал. Ну, то есть, потому что я не укушенный. Ребят, кто не укушался, ну, укушивайте, сейчас будем как бы выходить. Поэтому будем вопросы. Кстати, задавайте вопросы в чате. Ну, то есть, что-то интересное будет, ребят, в чате пишите, задавайте вопросы. Пока, короче, Егор вместе с вами. Ну, то есть. Пока. Смотрите. Да, потом сейчас это последний стрим. Завтра я продаю перса, все нормально. Нет, я имею в виду пока что, ну, пока в музваре. Ну, да. Многие же хотят что-то спросить. Ну, то есть, интересно же. Ну, вот я по большей части, конечно, на многие уже ответил вопросы. Вот. Бля, на самом деле, Серег, вот сейчас сижу и удивляюсь вот тебе. Я, наверное, тут два слова связать не могу толком. А ты вот как-то, у тебя все так налегке, ебать. Ты уже знаешь, что это, туда-сюда, где-то оп-оп-оп-оп-оп. Бля, молодец, реально молодец. Ты настолько, наверное, уже приучился вот к этому, и знаешь, вот какой-то не инстинкт выработал, короче, автоматизм. И понял? И прям вот молодец, реально. Молодец, Серег. И Маша пришла, вот параллельно я заметил. Маша, здравствуй, тоже давно тебя не видел. Да-да, это я. Вот.
Решил запустить, так сказать, решил запустить стримец. Посмотреть, что из этого получится. Похвастаться вот. Микрофончик новенький белый купил. Это дерьмо браузерное закрыли уже. Гошечка, да ладно, Гош, что ты как этот? Блять, я человеку пишу, ну чё, где сос? Ну давай, давай, созидатель нужен. Братан, давай созидателя. Суза. Супербоем? А, ну давай, сделаем так. Давай, давай, давай так. Так тоже можно. О, он насос засел. Надолго в Valve, пока канал не купят. Туска, я, ну, имею в виду, я уже говорю, что я играюсь уже на, короче, на отъебись. Так что, ну, честно, у меня нет такого. А, кстати, да. Пусть он тут и стоит. Он нормально, кстати. Так, угу. Сейки. Вот сюда. Сейчас, погоди, я сейчас пораскидываю, короче, этих. Ну, ладно. Не, Гош, сегодня мы вдвоем, потому что пока это... На днях можем списаться, что-нибудь такое подумать. Вот, пока я сегодня с Серегой, потому что, говорю, я сегодня сам полупьяный. Серега еще хотя бы просто регулирует, скажем так, мой стрим. Поэтому пусть пока так будет. Пусть пока так. Вот. А с тобой можно что-нибудь будет придумать. Потому что, ну, блядь, я ж не первый стрим, не последний, как говорится. Поэтому все нормально. Вот. Итак, западня в пустоши. Западня в пустоши у нас сегодня ведут старые игроки. Старые игроки наших... музваровских костей. Итак, давайте же вместе посмотрим, какое болото к нам в конце будет. Дорога страха. Да, печальная дорога, печальная, неприятная. Ой, но да, фу. Мы постепенно доберемся до конца данной экспедиции. Кстати, ребят, я с вами нахожусь. Если что, Егорка останется, ребята, я от вас отключусь. Я пойду, короче, в теплую ванну лежать, попивать сок, как бы, и готовиться к завтрашней работе. Ну, как бы, Егору завтра не на работу. Мне, да, на первую пару, блядь. Пусть отдувается. Вот ты сам хотел воскресенье, братан. Я тебе сказал, давай в субботу сидеть до трех. Ты сказал, у меня дела. Да, я вчера, блядь, поздно приехал. Да, можно было вчера. Я просто понял. Сейчас отпишу сообщение человеку. Вот, на 3CO2. В принципе, да, да. Можно будет что-нибудь по такое подумать, потому что я сам водить их не умею. Я, блядь, ходить-то их не умею. Я уже забыл, каково это делается. Вот, поэтому я думаю, можем списаться. Вот, я тебя добавлю в друзья, чтобы не потерять. Ой, бляха. И это. По поводу такой вот истории можем списаться, поболтать. Вот, по поводу, блядь, Серега что-то говорил, я начал опять говорить, опять нахуй сбился. Осел. Погоди, 4 года, я говорю, 4 да, года прошло. Да. Тут нормально. Это войдешь, вот, допустим, так же, как и ситуация. То есть, у тебя все равно, даже со стримов, получается, которые ты проводил в свое время 4 года назад, У тебя все равно до сих пор навык остался базарить, никуда он не девается, понимаешь? Если человек может разговаривать, он будет разговаривать. Ну да, да. Просто нужно чуть подсобраться, опять вспомнить, каково это. Да. Да, вот ты бы так понял, на лекциях, на экзаменах хуярил. Я учитель заткнуть его, блядь, Егор, не сядь, только, сука, сядь. А у меня был такой один, да, я как-то, у меня не экзамен, у меня что-то зачет был, вот, и я, ну, блядь, я не учил вообще его предмет, вот от слова совсем, блядь. У меня что-то в пизду так было его учить, и я думаю, типа, ладно, похуй. Давай, типа, начал болтать, прям понял, знаешь, вот какую-то историю, прям заливать вообще все, что, как это правильно сказать, все, что под язык попадается, да, и все, болтаю ему, ебать. Он говорит, все, давайте, блядь, давайте зачетку, идите с Богом, потому что вряд ли я что-то по теме говорил. Вот. Бедный человек, знаешь, это у меня в свое время тоже история была, у меня отец, короче, экзамены сдавал. Ну, и там тоже вот сдавали эти, как вонючий матанализ или что-то типа такого. Ой, фу, блядь, фу. Ну, просто фу. И они, короче, парились, но еле-еле на тройку наскребли. Ну, то есть, ну, сами сдавали, короче, все. Ну, и хотя батя у меня инженер, то есть, ну, математику не сильно очень любил, тем более, короче, такие сложные. Он, ну, с паяльником работал больше. И тут такая интересная, там у них, короче... Доброй ночи, Маш. Чувак, который, я замусился, чтобы Серегу, ну, не перебивать. Выступал постоянно за факультет. Ну, то есть он такой спортивный, нормально, боксер, блядь, вот, чтобы ты понимал, такой, знаешь. И вот пришел, говорит, ребята, как вы сдавали-то, блядь, ну, давай, расскажи там, что делать. Ой, да мы просто сдавали, знаешь. Ну, там, типа, это, ну,
Три бутылки водки принесли ему. Ебать. Вот, как бы он вот каждому поставил. Тут правда, что ли? Да 100%. Ну и понимаешь, он без задней мысли съебался в магазин, короче. Пошел, купил три бутылки водки. Ну и как бы это, он зашел, короче, там с сумочкой, ну с такой, нам же нельзя было, короче, показывать там, ну. И подошел к преподавателю сдавать, короче, с билетом, ну то есть он же как, ну как положено, вытянул билет, ну то есть пошел, посидел, потом подходит к преподу, короче, и такой, ну все ставит, и такой к нему чик протягивает, короче, сумку, ну типа, а там, короче, типа, ну, такой, ну, как договариваются, ну, то есть, он такой, ну, он, блядь, простой такой, и он такой, чё там, ну, три бутылки, ну, на три бутылки, типа, ну, фигово, вам еще надо, типа, я куплю, говорит, бля. Ну, я, короче, с ним слово за слово заговорились, а тоже, ну, то есть, типа, сам там, вот, типа, бутылки три он забрал, ну, то есть, реально, ну, то есть, как есть. Но он его позвал на дачу, понял? Приедешь, у меня картошка там, огород надо бы скопать. Бля. Ну, он же ему, типа, рассказывал, что я вот выступаю там, ну, за группу, короче, и так далее. Для меня, короче, матанализ не сильно критичная, типа, структура там, ну, и вот, типа, вот так, в таком духе, короче, разговаривал. Ну, это, говорит, приедешь ко мне на дачу, я тебе адрес дам. Ну, то есть, ну, реально приехал, скопал, короче, этот, и ему поставили. Ну, поставил тройку он ему. Ну, то есть, ну, чисто, чисто за сообразительность, но три бутылки водки он себе оставил. А, ну, жадина, блядь, ну ладно, нормально тоже. Ну, преподавателям же, блядь, никогда не платили, ну, что ты? Ну, это правда, это правда. Тут я... И так же у тебя, понял, я там пришел, начал с преподом разговаривать, и все, и не по теме куда-то, блядь, ушел, в космические дали тут. Да. Не, студенческие годы вообще классные, прям вообще. Вообще прям здорово. Ну, они такие, они прям, знаешь, вот чеканутые, я бы так назвал, вот эти вот времена. Да, это прям веселуха, короче, была такая. Я просто тоже помню, что было, блин, ну это классно. Студенческие годы... Прям, ну не знаю, это прям веселье. Я вообще не понимаю, вот, кстати, Мария, а куда Мария убежала? Она Мария, все вот... уже, это, наверное, это, спадки пошла. Нам так заглянула, так посмотрела, что тут, и все, и оп-оп-оп. В смысле, здесь великая игра всех времен и народов, блядь. Я вообще, кстати, не понимаю, вот на месте вообще разработчиков, админов, да, игры, что они... как бы проект такой пускает псу под хвост. Ну, знаете, я, это, ну, большая, огромная глупость, я считаю. По сути, его развивай, накручивай на него еще дополнительно, короче, движки, РПГшку из него сделай дополнительно, сделай квесты отдельно, короче, для перса. Ну, то есть не только так вот, ну, допустим, ходить там. Сделай одиночную башню смерти в виде РПГшки, то же самое. Ну, раскачивай, да. Добавь дополнительные навыки, добавь дополнительные, сука, задания какие-нибудь, чтобы задания менялись. Не те, которые, блядь, ввели в 2014 году, а ну вот... Что там, что сложного? Набить там влияние, да, то типа здесь вот, ну, типа такого. Там, выбить 10 мобов, блядь. Заработать там 1000 звезд. Ну, увеличить количество. Ну, я не знаю, это так. Ну, да, я понял, ты просто накидываешь идеи. То есть, знаешь, есть такое, как говорится, как говорил один великий, если ты, так, как там, критикуешь, предлагай, вот такая хуйня. Вот, и ты просто накидываешь идеи. Бля, понимаешь, на самом деле, на форуме очень много вот реально крутых идей. Прям очень много. Ну, бля, видишь, никто ничего не хочет делать. Никто не хочет это развивать, там... Зачем? Здесь я говорю, вот мы в Музва приходим чисто, ну, поразговаривать, встретиться со своими друзьями, с которыми, блядь, мы реально херово тучу времени вместе были, да? Да. Говорить. Это все, что мы делаем. Ну, то есть, по-другому, ну, я не могу не назвать. Угу. То есть, мы здесь действительно приходим чисто, ну, поржать, отдохнуть. И, как бы, такое, это правда, знаешь, да. Хотелось бы... конечно, видишь, что что-то новое. Ну, вот, допустим, тот же самый Counter-Strike. Да, Counter-Strike же тоже не развивается. Ну, то есть, в этом отношении. Он же, типа, тоже завис. Ну, КС-ка, онлайновская, которая. Ну, да, я не настолько старый, я понимаю. Нет, там же есть CS 1.6. Ну, я понял. Нет, но я имею в виду это, CS:GO, правильно? Да, CS:GO. Ну, то есть, я поэтому иногда говорю КС-ка. Ну, то есть, а некоторые имеют в виду, что старая, 1.6, ну, шестая, короче. Ну, то есть, я говорю, вот, получается... И здесь, ну, там же, что делают только, визуальный донат добавляют. Ну, то есть, картинки на эти, блядь, на гранаты там. Ну, да, да. Ну, то есть, это все, что делается.
А здесь, блядь, даже картинки не добавляют. Ну, то есть, новые шкурки. Блядь, ну добавьте дополнительно какую-нибудь одежду новую, блядь. Добавьте новую студию. Херня какая-то, знаешь, такая элементарная, которая, по сути, не дает никакого буста для донатов, там еще что-то. Ну, дает, допустим, дает какое-то разнообразие в игре. То есть, ну, блядь, тоже нельзя сделать. Ну, мы много бились, а просто меня задолбало, вот честно. Ну, честно тебе скажу, Игорь. Меня просто, ну, то есть, биться, короче, вот об стену меня просто, просто задрало. Поэтому, ну, как бы я и забросил, поэтому. Нахер. Хочется уже тебе просто, наверное, знаешь, вот отдохнуть, да, вот все, что-то такое, расслабиться. В этом плане, да, чтобы, ну, типа, блядь, нету, знаешь, как цели, наверное, какой-то. Я правильно тебя понимаю? Что, знаешь, вот что-то, типа, если нет развития в игре, то а смысл, что тут делать, ебать? Ты заходишь, да, вот просто, вот как ты и сказал, пообщаться с кем-то. Ну, людей, которых ты уже называешь, реально, можно сказать, друзьями. А когда, ну, ты видишь, что игра не развивается, только ради этого заходишь. А когда хочется, знаешь, вот зайти реально там, поиграть, что-то прокачать перса, блядь. У них, вот знаешь, вот, как мне кажется, в чем минус, блядь, им надо было делать еще один сервак. Вот знаешь, я не знаю, ты играл в Хроники Хаоса? Хроники Хаоса? Я только слышал. Короче, по-моему, там в чем суть? Там, блядь, серваков 200, наверное. И... Понял, там, ты, допустим, заходишь на самый первый сервак, а там уже такие ребята жирные, блядь, ну, донаты. И думаешь, блядь... Да-да-да-да, видел такую. Прикольная тема, и там, получается, новый сервак, и там заново да, раскачивают. Да-да, а вот и постоянно вот эти серваки выходили, блядь. А у нас вот один, грубо говоря, сервер есть, и ты вот заходишь, смотришь на вот жирненьких тридцаточек, да даже на шестерку. Вот на пиццу заходишь, бля, а вот человек захотел на тридцатке посидеть. А и, ой, на 30, на шестерке. А как ему сидеть, если он видит, что, ну, блядь, ему не догнать просто его никак? Даже если он хуй с ним там донат не в рот его ебать. Ну, просто потому что даже там, допустим, есть маник вот теперь этот. Ну, бля, он просто время упустит, скажем так. А что у нас с музычкой? Ребят, Аня, музычки пока нету. Вот, на следующих стримах я попробую сделать красиво, чтобы можно было заказывать спокойно. Поэтому... Не успел я, как говорится, все вот это красиво сделать, потому что тут еще половина, блядь, не работает. Это все надо переделывать, поэтому к следующим стримам все будет. Ну, да. Блин, всегда common. Ну, хотя бы начало какое-то дайте человеку. Блин, Серега меня так поддерживает, реально. Ебай, Серега, спасибо тебе большое. Я даже не... Как вот ему выразить благодарность? Человек сидит, может, ну, все равно можно сказать, что за меня сегодня еще половина вот стрима ведет Серега, ебать. Вот, ну, бля, спасибо тебе большое, Серег. Я вон на кошмы буду ходить. Но ты будешь, короче, создавать, я к тебе на стрим и вечером буду подходить. Mm-hmm. Ну, то есть, вот не дай боже меня, блядь, не возьмешь. Да, возьму, конечно, возьму, все нормально. Там вот мне натрий CO2 писал. Он говорит, что ты его знаешь. Вот он говорит, я могу тебе кошмы водить. Химик может водить, химик один из лучших. А-а-а, ёптить, это вот это химик? Да. Все, понял, теперь я его знаю, все понял, все сообразил. Ну, он один из лучших кэпов у нас, вообще прям, угу. Так сказать. Ну, отлично. Он у меня в свое время проводил. Ну, то есть, я без него вообще на кошме не хожу, потому что, в отличие от многих, кто, ну, водит, у него быстрое реагирование. Угу. Ну, то есть, по ситуации смотрит, меняет, тут же, короче, начинает, ну, то есть, делать там, этим в читы, эти все, он причем и быстро пишет. Ну, то есть, я бы тоже кэпом был, но мне лень писать. Вот просто. Ну, я понимаю. Это самое, наверное... Кстати, сейчас минус 80 и минус 40 будет. Вот сейчас интересно, кто в минус 80 отлетит. Слушай, Серег, а Санчес, он, получается, и водит, и сам водит и стримит, правильно? Да. Ебать. Он, короче, может и кошмы вести, но у него есть и кэпы, ну, то есть, которые с ним водят. Иногда он просто передает. У него в группе есть, ну, то есть, такие. Иногда он, ну, имею в виду, в большинстве он, скорее всего, водит сам. И собирает он, ну, тоже иногда сам. Все. Ну, понял. Я не знаю, это, знаешь, это работа в игре, это, блядь, это не мое, вот, это, давай так, ну, то есть, я считаю, что игра должна быть игрой, это же, сука, вот она, это же игра, ты же пришел отдохнуть, блядь. Да, ну, из себя хороший стример, реально хороший, то есть, ты, сейчас, я видел вопросик, next stream еще не знаю, ребят, сейчас отвечу, подумаем насчет этого, вот по поводу Сереги скажу, он, знаешь, что я думаю? Что каждый должен выполнять свою роль. Вот если человек что-то умеет хорошо,
То есть, ну, пусть он этим занимается. Пусть, грубо говоря, там не лезет, ебать, куда-то. Вот ты хороший стример. Все, зачем тебе, грубо говоря, водить кошмы, если ты прекрасно ведешь стрим? Ты знаешь, чем завлечь аудиторию, ты знаешь, о чем с ней поболтать. Знаешь, как каждому ответить, блядь. Знаешь, не упустить ни одного человека. Понимаешь? Поэтому в этом спору нет. Вот. Поэтому я говорю, а сегодня я просто вот из-за того, что долго не стримил и вот этой делюгой не занимался, очень много навыков таких вот. Не то, что потерял, а подзабыл, скажем так. Потому что... Ух, ебать, чипа 170, нихуя себе. Вот это я молодец. Вот, поэтому я думаю, что все нормально. Музычку настроим, донат и все вот это, само собой, как говорится. Все, чатик будем читать, разумеется. Вот, в любом случае, говорю, сегодня, в принципе, время вообще обалденно быстро пролетело. Вот самое главное, что время быстро пролетело для меня. Мы еще, конечно... Из донатов, Егор, которые у тебя есть, купи монитор бэушный. Найди второй монитор, если есть возможность подключить. У меня, да, бля, Серег, понимаешь, у меня деньги-то есть. Я могу хоть сейчас прям зайти и заказать монитор. Проблема в том, что у меня стол маленький. У меня, блядь, ну его ставить некуда. У меня монитор, он, ну, здоровый. Короче, называется кронштейн. Кронштейн для монитора. Он цепляется, короче, к столу. И у тебя стол маленький, а монитор, короче, ты можешь разместить выше того монитора, понял? Справа от стенки. Он может, блядь, на воздухе, понял, за твоим стулом, блядь, находиться. Натуре, блядь? Натуре. Я тебе серьезно говорю. Это кронштейны дают вот эту возможность двигать монитор. То есть у тебя стол может быть действительно мелкий. Mm-hmm. Кронштейн цепляется либо к стене, либо к монитору. Mm-hmm. Либо к монитору, к столу. И после этого монитор у тебя превращается, ну, вообще в свободную фигню. Левитирующую, да-да-да, ага. Ну, то есть, и она очень удобная. Ну, то есть, у меня, по крайней мере, так и есть. У меня микрофон, вот как у тебя. У тебя же микрофон вот стоит, да, получается. Он у тебя зацеплен же, да, у него есть кронштейн. Да, ну штатив. Ну, на штативе. Ну, да, вот. Угу. Вот. А к нему, короче, вот у меня, допустим, микрофон. Ну, тебе-то не видно. У меня, короче, он сделан на таком же кронштейне, на котором вот мониторы цепляются примерно. Ну, то есть, и он в таком виде подвижном. И второй монитор у меня, который стоит, он у меня тоже вот так же подвижный. То есть, я его туда-сюда двигаю. Mm-hmm. Потому что тоже стол не сильно огромный. Ну, удобно зато. Ну, это да. По крайней мере, не считай. А, на второй, кстати, на втором канале будешь у себя когда вести. Ну, то есть, там тоже стримы. Сделай по каким-нибудь игрушкам другим. Ну, я думаю, что... Бля, не знаю, я думал насчет этого. Ну, можно, в принципе, и там будет постримить. Почему нет, да? Да, если ты будешь нарезки делать отдельно, считай, по играм, да, вот. Ну, почему вместе там не поиграть в что-нибудь, типа, то же самое. Ну, да. Ну, что, прикольно просто будет. Ну, я не знаю, вот, я представил герой третий такой. Но! Я что-то слышал, да-да-да, у меня ребята есть знакомые, которые играют в героев третьих. Слышал такую историю. Я просто недавно для себя вернул опять, сижу в героев пятых играюсь. Уже пятый, ёптать, нихуя себе. Я вообще просто не поклонник данной истории. Я говорю, бля, Серег, я всю жизнь играл в ебаные танки. Играл в музвар и в танки, блядь. Ну вот мне нахуй ничего больше не надо было. Я в последнее время пересел на Valorant. А? Ты уже заценил огнеметный танк? Я, самое смешное, что я играл в большие танки. Я всю жизнь в них играл. Потом пересел на маленькие. Я вот в последнее время, все оставшееся, как говорится... Сидишь? А? Ты в блицы сидишь? Да, 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 да. Ёб твою мать. Мне что-то они как-то больше нравились, понял? И когда, знаешь, вот начали много всякой хуеты вводить, когда из игры превратилось в стоялого. Грубо говоря, когда у тебя первый засвет есть, и по нему просто отрабатывает, все. А в маленьких, ну, они динамичные. То есть, почему бы нет? А вот говори, потом скажу. Ну, имею в виду, у нас получается, многие хвалили, кстати, именно Блиц хвалили, у него меньше разброс. Ну, то есть, меньше разброс по урону, ну, то есть, типа такого там. Сделали, короче, плюс-минус один уровень, что mm-hmm. танки бросает там. У него много плюсов, короче, было. Про него действительно говорили, что, ну, неплохо, короче, Близ сделали. Мне просто не нравится, что там графика другая. Блин. Ну, это да. Ну, я сейчас пытаюсь подтянуть, но... Как там все топорно как-то. Знаешь, он же на телефоны рассчитан. Mm-hmm. Понимаешь? Да. Не рассчитан пока ПК. ПК же, представь, какая мощность разница, да, типа. Это да, да. И здесь такая же, ну, имею в виду. Блин, взяли волнами, вернее, фазами завалили, блин. Мы почти били его. Набрал рухов, блин. Забираешь двоих. Есть где протонки твои, блин? Вали нафиг, они вот все вокруг сейчас позакидают. Там сейчас все помрет, блин. Помрет. Я не дам никому умереть на этой кошмарке. Все нормально. Все останутся в живых.
Пошли, так. Говорит, смотри, пошли в танки, пишет. Они, ребята, кстати, недавно отписались, что в больших танках вели огнеметы. Которые прям, типа, урон наносят или как? Прямо урон наносят. Нихуя. Танки, причем нехилые, с нехилой броней лобовой. У них хорошая, короче, такая. Плюс они, это, короче, арта ближнего боя, так скажем. Ну, прикольно, очень интересно. Урона почти не наносит, но портит жизнь, блядь, вообще, как хер знает кто. Это что такое? Тоже решил, думаю, зайти, купить себе танчик, блядь, поржать. Ну, прям чисто поржать. Не, у меня до сих пор, сколько я сейчас сижу, у меня как бы до сих пор премиум включен. Ну, ну я понял, да. В этом есть такая фича в Ростелекоме, знаешь же, типа, если ты Ростелеком покупаешь, там игровой. Да, 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 ага, знаю. Да, и у тебя премиум, короче, постоянно. И вот ты не поверишь, он у меня подключен с 2015 года. Ну, то есть, представь, сколько там. И он постоянно идет, я премиум не покупаю. Ну, то есть, он у меня там подключен. Ну, то есть, вот так вот. И просто бесконечно, короче, он там идет. А я в них не играю уже года два уже тоже. Ну, понятно. Ну, да, это, ну, как говорится, насосешь, ебать, и потом вот лежит, ебать, кайфуешь. Ну, да, типа правильно. Хайзенберг говорит, свет выключили, спадки пошел. Давай, мужичок, ебать. Возвращайся, как говорится, ебать. Да, он, имею в виду, опять спать пошел. Лысый, задолбал засыпать. Я тебе говорил, не спи. Блин, много чего просто... могу подсказать. Да, мужички, танки это, бля, это вот, если, как говорится, хочешь стримить танки, это тебе на Трова. Вот, блядь, Трова это все, это пиздец. Ты знаешь, нет эту историю? Серег. А там продвижение, что ли, этих стримов с там, танками? Там идет? Прикол в том, запустили Трова, начали стримить, и в какой-то момент, понял, туда пришли танковые стримеры. И вот, блядь, вот ты заходишь, смотришь на... как это правильно сказать? Ну, короче, топы... по зрителям, там, вот по играм, да, допустим, там КС-ку 2000 человек смотрит, там, доту, там, 1500, танки 10 тысяч, не ебет, это вообще что такое? Ну, вообще, ну, я, в принципе, наверное, могу понять, почему так, потому что есть аналог же вот этому Трова, ну, Твич как аналог, ебать, наоборот, Твичу есть аналог Трова, да, Твич это такой, типа, мастодонт, и прикол в том, что... На Твиче, ну, танки не особо любят. То есть, вот там, наоборот, любят КС-ки, доты, блядь, такую всю делегу ебать. А танки там вот, ну, такое. И поэтому я думаю, что из-за этого и вот ребята пересели. А не понял, как делают, ебать? Стримят и на Трова, и на Ютубе. Не, ну да. Ну, теперь стримчики. Мультистриминг запускаются, я тоже такую штуку запускал. У Джова Модер. А, ты у Джова Модер? Нихуя себе ты, мужичок. Я как-то иногда, знаешь, вот ради интереса залетал к нему, чисто посмотреть, подерюганить, так сказать, что у него там происходит. Ой, Сейк вообще просто. Сейк еще тот танковый маньяк. Он... Да, он прям вот танкист танкистом? Он прям вообще-вообще. Вообще-вообще. Ну, у меня тоже часто этого, типа, Серега, давай в танки. Танки играться. Бля, нет, я говорю. Не знаете, ребята, если честно, уже не такая это. Это вот в 30 лет еще охота, знаешь, что-то. 20 лет вон, как горка, вот прямо охота опять, что-то такое, знаешь, эмоциональное, куда-то ворваться, что-то, бля, сделать. Мне в 40 лет уже охота, блядь, доползти до кровати и подумать, блядь, что сегодня посмотреть? Какой сериальчик запустить? Ну, прям так, да, отдохнуть. Такой пассивненький отдых. На экспо нет, наверное, экспы больше ребят не будет, вот, потому что... Ну почему ты-то можешь остаться еще, кошму захернать, если хочешь. Кошму, не, я уже, наверное, не потяну, я уже так. Я вот думаю мехи сыграть, показать ребятам, что тут мехи, в принципе, неплохие. Кстати, вот. Не забудь, если в мехи будешь играть, не забывай. А, у тебя задержка нормальная, есть вероятность, что даже не будет. Просто у меня задержка на стриме где-то секунд 10 была. Угу. Ну и палят, да? Ну да, палят, короче, вообще прям. Что ты уходишь либо в щит, либо так, ну, то есть вообще прям неприятно. Угу. Прям не хотелось, короче, чтобы так, чтобы запалили прям. А так он 30-й, если, ребят, 30-й будут, прям зацепляйтесь. Ну, то, что было. Я пойду нафиг валяться в ванне. Ну, то есть надо правильно, пока... правильно, правильно. Да я думаю, до часика, наверное, в принципе, сам постримлю. Ну, до часика, либо, может, там, до полвторого, вот так вот, знаешь, потому что мне же, говорю, самому, ебать, завтра на пару вставать. На первую пару, которую даже пропустить нельзя, ёптить. Это как так-то?
Блин, ну не последняя бы засада, кстати. Ну, я думаю, что нормально. Мы, короче, как раз справимся. Ты, считай, в полночь еще на этом пройдешь. Ну, в полночь, короче. Ну, да, прям. Да. Это прям будет прям классно. В танковой системе работает партнерка. Это как? И вот не совсем понял по поводу партнерки. А, ёпти, все, наверное, я понял. Наверное, понял. Вот это Трова плюс Трова 500, да, вот эта вот история? Типа, там сколько раз ее переделывали, блядь, доделывали, еще что-то. Да-да-да-да-да. Наверное, про нее Сейк говорит. Ну да, там, короче, типа реклама, видимо, крутится от самого Трова. Да, ну там, понял, там раньше, по-моему, за часы просмотров. Потом сделали за сколько стример получает там эликсира, грубо говоря. Как, типа, платная валюта, как понял, как донат местный, вот так. И потом опять вроде бы вернули часы просмотров от человека. Блядь, там вообще такая ебанина. Я тебе говорю, это вообще ужас. Я когда первый раз на Трово зашел, там мана, эликсир, блядь. Какие-то кристаллы, ебать, ракеты. Думаю, пиздец, куда я попал? Вот это да. Поэтому вообще... Сука, я тоже так же зашел там, блядь, пиздец какой-то. Я так же посмотрел, как ты понял. Я тоже, ёб твою мать. Ну, я еще одно время там стримил, вот как раз. Я маленькие танчики стримил там. Это пиздец. Там еще прикол в том, что у тебя есть несколько уровней, ну, как, типа твоего канала, понял? То есть там, там еще сундуки ты можешь разыгрывать, блядь, сокровища. Ой, это, я тебе говорю, там потеряться так легко, это вообще ужас. Поэтому... Да, я, кстати, тоже имею в виду, ржу вот иногда. Вот чисто вот из таких вот побуждений зайти, короче, просто разобраться. Я люблю, понятный интуитивный интерфейс. Но в Трово разобраться я просто сразу с одной плюхи не смог. Ну, то есть, потому что прям реально. И, кстати, вот один из глюков, который я тебе говорил, Егор, у меня игра вылетела. Блин. Ну, хорошо, там последний ход, короче. Сейчас я загружусь, но это будет минут 10, пока она, короче, зацепится заново. Ну, то есть, я, по сути, бросил гранату, и все, и сейчас я ФКшником стою. А почему у тебя такая делюга, ебать, происходит? Потому что я играю через Facebook. А Facebook... ничего. Ну, короче, Facebook запрещен в Российской Федерации. Ага. Короче, игра российская запрещена в Фейсбуке. Ебать, как ты играешь тогда? Как играешь, да, сука, как? Вот, блядь, только через Абис. Я работаю чисто в Абисе. Ага. Играться ни в одном из другом браузере. Я чисто играюсь в Абисе. Ебать. Ну, то есть Абис из-за вот этих глюков, которые я тебе назвал сейчас, постоянно меня выбрасывает. Ну, то да, есть, я понял. Ну, я поэтому вообще задался вопросом, типа, связаться с администрацией, потому что, ну, я задолбался. Ну, то есть я, ну, как бы, последний месяц, видимо, совсем жопа, короче, какая-то. Ну, то есть то ли серваки, они сервак потушили европейский, там же сейчас уже бабки большие платить надо. То ли они там сервак потушили, то ли еще что-то произошло. Я как бы, ну... Ну да, 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 да. Доброе пишет, здрасте. Я тебе скажу приветик. Добрый вечер тебе. Доброй ночи уже, можно сказать. Привет. Галя пришла. Галя, привет. Галя, привет. Капец, ты прям всех знаешь, ебай, Серега, ты шо? Ну, бля, это мои тут тусуются. Ну, то что я их не знаю там. Блин, классно, реально классно. А ты своих, значит, всех знаешь. Я, допустим, мерзавца я знаю давно. Вот, да? Но я, допустим, Ваня зовут, я не знал. Я тебя... Ну, то есть... Гарника я давно знаю. Ну, то есть, ладно, Эпика, хер с ним. Эпик, с Эпиком мы давно тусовались. А то, что он аккаунт, это вообще отдельная история, блядь. Ну, то есть... Ну, это он сам косипорщик. Ну, как бы... Кстати, его... Ты в курсе, что Ивак до сих пор является топовым? Эпик шоу? Да. Если ты зайдешь на 10 уровень, его до сих пор никто не перегнал. Ебать, вот это в натуре, ребята. Ну, то есть это вот настолько прям, ну, аккаунт зверский. Да. Ну и как сегодня, да, пришли, короче, бассейн к тебе пришел, да? Или Whitepool, да, он, по-моему. Ну, этих я тоже не знаю. Ты же их тоже всех по именам, блядь, знаешь, понимаешь? Ну как, ну вот с Whitepool сегодня познакомился. То есть я же с ним тоже так, не это самое... Как говорится. Тебе Гар пишет, в смысле с Эпиком хуй с ним? Да, ты сказал, говорит, он с Эпиком хуй с ним, ладно, там, мы с ним знаемся. И вот он тебе пишет, типа, в смысле хуй с ним? Пупс негодует, ебать. Я давно его знаю. Ну, то есть, смысл, ну, имею в виду, как я по-другому скажу.
Это я говорю, типа, знаешь, когда свой, ну, ты знаешь. Ну, то есть я многих знаю, но причина в том, что у нас все равно разная аудитория. Вот. Ой, я ну, это да. Вот представь, сколько времени прошло, бля. 30 секунд задержки. Ребят, говорю, насчет задержки. Насчет задержки я постараюсь сделать ее чуть поменьше, вот, на следующих стримах. Если кто останется тут, как говорится, да, кто еще будет залетать. Вот, поэтому подстрою все. Сегодня надо просто, поняли, выявить ошибки вот эти вот, знаете. Я вроде все почекал, вроде все заебули. А потом думаешь, блядь, ничего не заебули. Вот, поэтому все эти ошибочки все мы эти поняли, поэтому разберемся. Ебать, Иваш, ты что творишь? Вот ты, блядь, делюган местного разлива. Че, Серега? Серега пропал, пиздец. Закричал и уснул. Ребята, вы же на сложке. Здесь валятся три кокона сразу. Мерзавец, ты куда лупишь? Ваня, ебашь, давай! Не, его просто, его сейчас, после его удара, его отхилят сразу же. Ну, то есть, весь урон, короче, нанесенный в матку вообще ничего не даст. Он сейчас просто, сука, мелочи порождает и все. По сути, ну, здесь три кокона валятся. Ну, и сразу же. Не а бывает. Дальше, короче, тянут титаны ляму. Так. Добрый Ник, дратути. И Сейк говорит, если ты поставишь заказ музыки от 10 рублей, офигеешь, можешь у Дока поинтересоваться. Это в плане... Не-не-не, это все будет, ребята, все нормально. Я... Он имеет в виду, что заказ музыки от 10 рублей. Ну, то есть... Нет, ну, ребята... это все будет, я поставлю, не переживайте. Мне-то, ну, я-то, как говорится, без проблем, просто... Не хотел этим функционалом, ебать, полностью нагружаться, как говорится. Ух, ебать, они 8 лямов отхилили. Ой. Самое печальное, когда ты играешь с 13 года, видишь рост проекта, развитие, и потом просто все катится по пизде. Ну, так я скажу, как говорится, вот, да. Проект годный, просто нужны годные обновления глобальные для привлечения новых зрителей. Бля, да. Надо, если честно, вот, хорошее, конечно, замечание, но тут фича в том, что, типа, сами разработчики должны быть, ну, как бы хотеть, так скажем, давайте, если честно, чтобы проект развивался. Я так думаю, что они просто не хотят. Ну, мне так кажется. Хотя я могу и сомневаться. Или, как сказать-то, или ошибаться. Ну, ничего, вон, Егора вам оставим, пусть он веселит вас. Не-не-не, ребят, да, я говорю, я просто, нужно это разобраться немножко, как говорится, туда-сюда, подшухериться. Вот, а насчет донатов, я говорю, я не переживаю. То есть я пришел сюда не для того, чтобы, вот, блядь, сейчас денег здесь срублю. Да, это донат, понимаете, донат это, ну, это же реально пожертвование. То есть, как вам объяснить, блядь, это просто, ну, человек захотел, кинул тебе, все. Ты, ну, грубо говоря, доволен, да? Вот. А я пришел просто пообщаться с вами, вспомнить, каково это, ебать. Потому что в любом случае кто-то все равно меня помнит, ебать, так или иначе. Если бы меня не помнили, ребят, если бы мне вот в личку бы не писали, ну, стрима бы этого не было. Просто не было бы, потому что я не вернулся бы. Я вернулся из-за того, что очень много людей хотело. Я думаю, блядь, ну давай, как говорится, веселухи им сделаю, ебать. Почему нет? Если люди хотят, то давай. Вот. И вот Николас Кин, да. Даже вот давайте покажу его. А, я где-то... Да-да-да-да-да, я тебя видел. Вот 100%. Очень знакомый ник, прям максимально. Это 100%. Вот, привет, мой ник Шок. А, Шокер. Скажешь чуть больше недели персу. О, тут прям новые люди есть, которые... О, ничего себе. Ну, давай гляну. Давай, конечно, почему нет. Эть, вот так. Рейтинг. Вот, 6 уровень. Ух, ебать, 14 пояс. Ну, молодец. Вот пояс вкачал... А как? Шакиров, Даня. А, Даня, все. Так почему перс женский? Ну, ладно. Ну, пояс это хорошо. Но пет вот этот баран тебе, конечно, вообще нафиг не нужен будет. Поэтому не переживай. Умелки потом можешь поменять. Если собираешься на 6 уровне качаться, то... Ну, такие себе. Я, конечно, помню, так или иначе, что тут, как говорится, происходит. Поэтому я, мне кажется, их лучше поменять. Ну, если собираешься прям активно играть, туда-сюда. Вот, поэтому, я думаю, развивайся. Но пояс, вот говорю, по максималке старайся добивать. Раньше играл с 13 года. А, нифига ты. Ну, тогда ты без меня, мужичок, все знаешь. Вот, поэтому не переживай. Все нормально у тебя будет, все. Если хочешь прям качаться и это развиваться. Опять, да за что? Почему меня токсики сегодня пиздошат просто каждые 30 минут, блядь?
Какое зло, какое зло я вам сделал. Я их понял, я их распиарил, блядь, сказал там туда-сюда. Ой. Делюганы местного разлива, ебать. Ой. Просто ебашат меня по КД. Ну ладно, ладно, сейчас я возьму 5 марков, 10 тронов, блядь. Сейчас, сейчас, ребят. Сейчас, иди твою мать, покажу. Ну ладно, пиздожьте меня, что жалко, что ли, ебать. Я сейчас покажу, где раки раком крестятся. Да, как? Такого я вообще не слышал. Я не понял, а что мерзавец-то сдох? Охерел, что ли, или что? Я не понял. Вот те раз, блядь. Иван, дай-ка я ему вот эту морду недовольную, блядь, кину. А, вас... Ах ты, крыса! А я в сетке, ебать, я хотел это. Ну ладно, я полечу за тебя. Ладно, спасибо, спасибо. Я впервые с донатом просто, не знаю, как правильно. Выйдешь и все, ты тащи, потому что, смотри, три волны сейчас, и все, она сдохнет, походу. Хотя, не факт, но мы все ждем. Мы все ждем, короче, просто 32, у тебя как раз сейчас время ровненько останется. Ну да. Пойти и на полигончик сейчас сходить прям. Эх, ты не добили. Ты что-то прямо переоценил, мне кажется, их. Не-не-не, там, короче, у них критов не было. А, без критов, ага. Да, критов не хватило, видишь, в этом имею в виду. Я не недооценил, рассчитывал, что им повезет, и им пизда придет. Блин. Блин, конечно, вот сидишь, короче, вспоминаешь, сколько времени. Короче, убито Музвар, сколько, короче, этих, блин, столько людей, вот они сейчас даже в чате сидят с нами, смотрят, да? Почувствуй всю сутекса. И самое это прикольное, знаешь, что, вот смотри, ты стримил... Спасибо, да, Макс, сколько, спасибо. Да, сколько лет назад и сколько все это проходило. Mm-hmm. И до сих пор, да, вот люди, которые тебя помнят, до сих пор еще в Музвар играют, ты прикольняешь? Да, да. Сколько времени, да? Это правда, да. Сколько вот, ну, говорю, ну, не все, конечно, из старых зрителей Музвар-то играют, но по большей части много. Много. То есть я больше чем уверен, вот сейчас вот, сколько, 26 человек на стриме, да, из них, ну, блядь, ну, 20 прям вот железно-бетонно играют, понимаешь? Там человека, ну, 3-4, может, не играет, просто зашел посмотреть. Поэтому, я думаю, все нормально. Егор Гашка помнит. Я с ним не игрался, честно скажу. Да. Здорово, бро, зашел к тебе от Дока. Доку привет, чисто по его советам играю. А насчет кошмов, что нужно брать? И чтобы хотя бы был шанс попасть на кошму. Заранее спасибо. На кошмы нужны позики, прео. Ну, в идеале фулл кошмы, конечно, чтобы у тебя были. Это само собой. Вот. Если нет, то договариваться, чтобы тебя брали. Вот. Так, что еще надо? Ну, реза хорошая нужна, да. И пассивки. Вот. Расход нужен. Да. Редмун говорит, я не играю. Пошел ты в жопу, блин. Верболюта. Блях, опять телефон упал. Не играет он, конечно. Сидит, пинает. Да, а как поставить? Ага, вот. Сидит, не играет он, конечно, блин. Лосось репчатый. А насчет горшка, да. Да, я с ним и стримил, и знал его. А сейчас он тоже куда-то зашкирился, пропал. Фиг знает, где он. Там и Максимка, его сын, на его канале, ебать, видосы выкладывает. Видимо, нашел какую-то другую стезю просто, да и все. Ну, то есть, такое. И таки убил он его, короче. Мерзавец королеву добил. Молодец, Иван, туда его, ебать. Напиши сюда, что такое прео. Ох, бляха, прео, ёпти, а что такое прео? Ну, вот это вот эта ебатория, вот она. Вот это энергетический преобразователь. О, это мой из группы. Хорошего стрима тебе. Ждал этого стрима около 4-5 лет. Бля, мужичок, спасибо тебе большое. Опти... Бля, вот сколько раз... вот я знаю, что ты в группе у меня уже давно, но вот как ник, бля... Ребят, у вас реально крутые ники. Вот если я его не могу прочитать, значит, у вас прям вот пиздатенький никнейм. Вот. Поэтому спасибо тебе, мужичок. Я все ваши сообщения плюс-минус теперь хотя бы вижу, что вы пишете. Вот. Очень приятно. И я опять нахуй забыл про все свои эти. А, да плевать. Я на каком месте? О, я на третьем. Вот Иван Карась, блядь, отнял топ у нас. Вот ты, бля. Не, ну он пришел же чисто сегодня поржать. Он сейчас еще ключей норм закинет. Угу. Он штук 7 зеленых заберет. Так что норм.
А где его брать, это Прио? Оно обычно, ну, в подарках, вот как расширитель. Вот так, подарки выбивать или, допустим, на бирже. Когда вот на майской или на новогодней акции. Ну, просто не всегда оно бывает. То есть его надо ловить, искать, когда оно будет в следующий раз. Вот, я просто человек, который сам вот, грубо говоря, только начал играть, потому что я вообще столько всего не помню. Ох, не знаю ничего, поэтому я такой чисто пожилой, ебать, карась, как бы ребята меня назвали. Чё, как говорится, начало положено, знаешь, у нас типа всегда. Да. Искру заюзать из-за этой вонючей паутины. Я... А, искру... а у меня тоже, да не неси, Серёг, я тоже, ебать, я только сейчас увидел, что у меня она вообще была. Ты вот сказал, ага. И я такой, а, да, ну ладно. Да ты-то карту схватил, тебе-то можно вообще сейчас еще прогуляться, ты же карту вытащил. Ну, в прошлый, да. Ну, посмотрим, хочу вот мехи сбегать, посмотреть, что там. Ах, чуть-чуть не долетело, ну ладно, точнее, перелетело. Это тебе в 15-17 году сколько было? Лет? Мне было 15 лет, да. 14-15 лет, ебать, 5 говна, ебать, дали, вот суки жадные. Ну, у меня прям везуха на вот эти ключики, бляха. О, могу крутануть. Оп, хорошо, ебать, это, бля, вот это ладно, ставим, вот это нахуй. Я только с работы вышел. Все, здорово, мужичок, ебать. Все, на связи, поймал тебя, ебать. Ты прикаляешь, тут до сих пор еще, короче, собирают это. Кого? Они в пустоши. О, Кримсон, ебать. Ха! К нам на стрим сегодня залетал, я помню, было такое дело. Ну, он отписывался, да, я по нему говорил. Ладно, ребят, пошел, короче, я мыться и готовиться к веселью. Давайте, счастливо, Егорку я вам оставляю, пусть он веселится тут, короче. Ну, я думаю, что, если, короче, стрим еще будет идти, я, ну, подцеплюсь, ты Дискорд не выключай, угу. Я пошел, короче. Мыться. Давай, хорошо, Серег, спасибо тебе в любом случае большое, вообще за все. Ты, бля, реально крутой, прям вот человек, который, вот реально стример, бля, вот даже не могу ничего сказать плохого, вот молодец, спасибо, правда, большое тебе. Давай, ребят, короче, все, кто с нами пришли, подписывайтесь, ждите, что у нас Егор будет стримить. По крайней мере, он такой же ржачный, как я. Ну, то есть, можно сказать, я на него и равнялся изначально. Ебать, ничего себе. Так что все норм. Ладно, все, я пошел, короче, отдыхать, мыться. Давай, Серег, доброй ночи тебе, если что, давай. Спасибо большое.